Привет, мы продолжаем проходить паука. У нас тут по сюжету нас закрыли в каком-то вокзале, и мистер Ли, он же негатив, пытается у нас забрать какое-то там очень ядовитое вещество. В общем, поехали. А паук нам Еще слишком помогает. близко. Куда бы он? Нет, не сюда. Они Давай еще вот. видят друг друга. Ну-ка, так его паук утащит. Сработало. Хватай. Давай. И второго пускай забирает. Отлично. А нам прямо в центр надо идти. Заставь их разделиться. Попробую их разделить. Отсюда он его утащит. Ну-ка, давай сюда кинем. Не, он не слышит. Бей! Все. Утащи. Замечательно. Вали его. Энджи, ты знала, что ли будет здесь? Не совсем. Вот этого бы надо. Я ожидала, тоже. Что что-то случится, но не это. А почему мне не сказала? Я думал, мы партнеры. Для этого нужно доверие, Питер. То есть, я тебе доверяю? Ага, когда я сижу дома за ноутбуком. Ой, да брось. Может, лучше вернемся к спасению города? Все. Да, максимально, наверное, попробуем их всех. Блин, он не слышит. Так куда ж ты китаешь-то? Ладно, давай тогда хотя бы этих как-нибудь попробуем растащить по углам. Вот сюда, допустим. А? Не получается. Вот сюда, допустим. Не хочет уходить. Блин, этот наверх пошел. Подожди. Давай. Хорошо. Скорее всего, надо, чтобы он всех поймал. Давай тогда с другой стороны заходить. Вот так получится. А чё он их не таскает? Может, их надо ближе к стенке, чтобы они подходили? Он прям под ноги кинул. Где паук? Все. Попался. Так, ну давай ближайших каких-нибудь поутащим. Стоп. Отлично. Вот этого он. Вот сюда попробуем его. Блин, чуть не спалился. Вали его! О. Как удобненько. Давай. И этого тоже забираем. Ну. Можно, в принципе, стоять на одном практически месте. Он. Ну, давай вот этого сюда подведем.
Нет, надо дальше его. Может, куда-нибудь сюда его? Вали его! Я чуть одного не проворонил. Так, ну большинство того уже перетаскали. Давай, иди сюда. Хер, раз два, он его не видит. Может быть, с каких-нибудь других углов оно... Ладно. Тут уже скрипт сработал, тут ничего не сделаешь. Надо обойти его. Я готов. Дроны еще работают? Давай. Если она ушла... Да! Целый ящик на них скинул. Это твой шанс. Что надо сделать-то вообще? Просто отключить бомбу? Задержи их, я займусь дыханием дьявола. Ты знаешь, что делаешь? Нет. Но меня без понятия не останавливало. Так, что там у тебя? О, так. Похоже, синий идет к батарее, а желтый к вентилятору. Тут два синих. На красном небольшой восклицательный знак. Так, сначала надо отключить батарею. Проследи, куда идут провода, и отсоедини их. Так, отключить провода от батареи. Так, какой из них-то дергать? Вот этот, отключаю, по-моему. Отключаю провода от батареи. А как? А, что ж такое? Вот, все, я понял. Да ё-моё. Вот этот. Так, первый отключен. Теперь второй. Блин, они тут все позапутаны. А какой я первый дергал? Еще один провод от батареи. Да хрен его знает, какой дергать. Давай вот этот. О, нет. Не то. Так, значит, относительно красного это мы дергаем второй. И последний, по-моему. Вижу четыре провода. Два синих, один желтый и один красный. Найди разъемы, от которых идут... О, так. Похоже, синий идет к батарее. А желтый... Вот это так. Дергаем. Первый отключен. Теперь второй. И второй. Что? Таймер сбросился на 30 секунд. А, цепь на размыкание. Что да так. Теперь красный. Все, тут еще какие-то остались. А, ну вот. Есть. Все. Что теперь? А теперь давай выводить людей. Мне не помешает помощь паучка. Ты готов? Вот, теперь надо всех остальных переловить. Точно. Я расчищу путь. Постарайся не шуметь. Хорошо. Логично. Мы вот этого можем поймать сразу же. Все. Этого опасно ловить, вот этого можно. Надо осторожнее, а то заложникам не поздоровится. Ну да, ну да. Блять, спалили. Так, Инжей, пора идти. Хорошо. Короче, они тут все согрелись. Ну и ладно, вроде так можно. МДЖ, вы выбрались? Да, мы все в порядке. Ну, тут все понабежали. Эй, Питер. Да? Как закончишь, надо поговорить. Ага. Люто, да. люто. Найди Ли и надери ему задницу. Да, куда там? Мне жаль любого, кто перейдет дорогу, МДЖ. Интересно, что она сейчас думает обо мне? Их тут очень много. Вообще тут, ни хрена тут их вообще. Тут человек 20, наверное. Вот этот вот. Да, я прям под удар полетел.
И все. Ты нашумел? Уже стелс не получится. Короче. МД, вы выбрались? Да, мы все в порядке. Отлично. Эй, Питер. Да? Как закончишь, надо поговорить. Ага, надо. Ну да. Сперва найди Ли и надери ему. А че их тут мало так? Мне жаль любого, кто перейдет дорогу МД. Интересно, что... А теперь интересные факты. Вы знали, что у центрального вокзала самый большой подвал в Нью-Йорке? Тут их сейчас тут маловато, этих ребят стало. Ужас, да? Туда вошла бы половина Бруклинского моста. Да, согласен. Где остальные-то? Тут только что человек 50, наверное, было. Старой школы. Плохо. Короче, я могу байки травить весь день, но мне нужно не дать вашему придурочному боссу разрушить город. Пора закругляться. Вот этого давай сначала вырубим. Блять, я прям под ракету полетел. Слишком много ракет. Надо как-то поаккуратнее это все делать. Ладно, минус один. Вроде. Нет, он встал еще. Иди сюда. Ли планирует уехать на поезд. Ну давай, ты что ты его не цепляешь-то? Платформа открыта. Наверняка Ли где-то там. Не, ну народу вроде и гораздо поуменьшилось. Давай уже добьем тут остальных. Все? Что-то я сомневаюсь. Вон еще один. Давай проверим эту способность, которую я прокачал. Ну-ка, стреляй в меня. Да, он вообще в нее не попадает просто. Да, ну давай его поймаем. И убьем. И съедим еще. Это все? Да, это все. Почему их в прошлый раз было гораздо больше? Ли уходит! Файт. Наконец-то файт с негативом. Наконец. Извините, опоздал. Фишка у меня такая. Клонение. Да. Да, паук должен быть гораздо быстрее его. Все равно удары пропускает. Ну-ка, иди сюда. Оп, назад. Его, походу, до той двери надо дотолкать. Вот. Теперь их трое будет. Мартин, зачем вы так? Отдаю старый долг. Мартин. Перед три Мартина тут сразу же. А, нет, он из них типа силы высосал. Так, эта штука на него не работает. Пока лучше не приближаться. А когда надо приближаться к нему? Он ранен. Все, понятно. Окно должно появиться просто. Давай. Кажется, он начинает уставать. В общем, смотря каким ударом он бьет. Когда-то на потолок надо, когда-то в бок. Вот мой шанс.
Ну и ждать окна просто. Так мы вообще не подойдем. Надо дождаться момента. Подожду нужного момента. Давай, какой удар? Все. Быстрее, пока он не пришел в себя. Да нормально, это не сложно. Вы больны. Я могу помочь вам. Ну что ты? Давно бы такому вмазал уже паутиной. Понятно, опять то же самое, да? А, атаки меняются. Он их чередует. Лучше подальше от него стоять. Не там. Блин. Не хочу делать больно. Мне нельзя сделать больно. Больше нельзя. Прямо по пятак ему. Нормально. Вот вроде и все, вот весь файт с негативом. Тормоза? Нет, и ладно. Ну, прям как в фильме с Тоби Магуайром. Ну, прикольная сцена была. А, ну, вышло же в тот раз. Юрий, угол 42 и 1 еще перекрыт. Отсылка на фильм как раз с Стэн Ли. Разве не поезд не должен был смяться в гармошку, я не знаю, хотя бы первые три вагона? Какой Ли у нас живучий. Тюрьма. Все. Сейчас сюжет будет уже пошустрее подавать. Следующий бой у нас будет, получается, с носорогом вроде. Носорогом и скорпионом. Я вот не помню, Электро тут будет или нет. Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробные сообщения, я с вами свяжусь, как смогу. Привет, это я. Дай знать, когда захочешь поговорить. Сейчас не могу. А смски это не разговор? Не-не-не-не, не в том смысле кончено! Скажи нет, скажи нет. Ха, ладно, ладно. И не ладно. Она ему голову делает все время. Надо время кое-что обдумать. Может, она вообще это не это имела в виду. Подростки. О, да ты что? Так, ну что там у нас сюжетная, какая следующая миссия? 3500. Че, как прокачаем вот что-нибудь? Ли отправился за решетку. Дыхание дьявола у Соболя. Что ты чувствуешь? Что я чувствую? Как у тебя со временем? Плохо. Что для тебя подвиги, для меня бюрократия. Но я хочу сказать, молодец. Спасибо, Юрий. Я хотел это услышать.
Тут что-то постоянно 6 этих врагов показывают, но, по-моему, их было гораздо меньше. Ну, опять что-то, помесь какой-то железного человека с пауком. Гаджеты, навыки. Подожди, вот гаджеты, что у нас? Угу. Стой. Навыки. У меня доступны 3, да? Что можно качнуть? Возможность добить 2 слабых врагов подряд. Ну, давай тоже это качнем. Эсли, я оставил город без присмотра. Пора снова стать дружелюбным соседом-паучком. Игра снова напоминает то, что... Давай-ка ты еще побочки. Побочки поделаешь. Внимание всем подставам! Нет, спасибо. Поступило сообщение. Что мы можем... Да, по идее, вот... Давай мы вот эту вот откроем вышку. У нас вызов из Клинтона. Как раз он пока долетит, мне должны позвонить по сюжетному заданию. Что делать, приходится время тянуть. Непременно. Происшествие в районе Дэвил Шелл. Мы требуем освободить братьев, арестованных со взрывом оружия. Каких там братьев требует освободить? А, уже утро наступило. А по сюжету Паркер только один раз поспал. Так-то. Активируйте вышки для поиска преступлений и находок. Ну, понятно. Всем постам поступают сообщения о заложенной бомбе. Следуйте в Morningside Heights. Давай, открываем. Потом придется время тянуть как-то по-другому, нежели вышки открывать. Ну что, по идее, не должно уже звякнуть. Тебе примерно сюжетное задание подкидывают, ну, раз в 3-5 минут, примерно так, промежуток. Так, открыли мы территорию. Ну, еще один уровень. Так. Так. Дальше. Карта. А, ну давай тут отметим, сбегаем. Кроем. Думаю, теперь все под контролем. А? Можно вот пойти в лабораторию и немного побыть Питером Паркером. Сейчас мы телепортируемся туда, чтобы не бегать через всю карту. Думаю, теперь все под контролем. Можно пойти в лабораторию и немного побыть Питером Паркером. Сейчас я метку уберу. Просто что мне мешалось. А мы снова к Октавиусу, что ли, это в лабораторию? Боссу нужен отчет об обстановке, да. В Челси. ВТР, Оскар под огнем. Это демоны.
Вот и разбирайтесь сами со своими демонами. Одинаковыми. А 1000 человек на карте сидит. Здрасте, Паркер! Нам есть он уже в костюмчике. Отметить? И прихрамывает, кстати. У него что-то вроде Альцгеймера. А где же руки? А ручки-то вот они. О, так круто. Но как вам удалось? Внутричерепная нейросеть. Скорость нейропередачи меньше наносекунды. Быстрее передачи сигналов в мозгу, не говоря уже о внешних протезах. Все вышло, Питер. Никто не отберет это у нас. Скорый колпак поедет. Здорово. Окончательно. Это все твои разработки в нейросетях. Но мы не проводили тестов, мы многого не знаем. Все отлично работает. Вот, посмотри. Ну, надо схемы собирать. Впечатляет. Что поделать? Это обязательное задание. Начать диагностику. А, но есть маленькая моторная ошибка. Кора, отказ. Скачок напряжения. Думаю, это легко исправить. Так. Мы можем какие-то компоненты убрать? Угу. Теперь мы идем. Вот так. Прямой. Здесь мы, ну давай единичку добавим. Угу. Блин, здесь деталей хватит. Все нормально. Посмотрим, вышло ли. Критический сбой. Требуется проверка дополнительных компонентов. Нет, все серьезнее, чем я думал. Так. Ну, тут только это. Здесь только такая штука. Правда, тут, по-моему, надо будет обходить через все красные. Напряжение большое. Стой, тоже неверно. Ну давай мне. Нет, не минус 2. Давай минус 1 поставим. И еще минус 1. А потом как-то пятерку надо добрать. А, ну. Должно вроде подойти. Стой. Ну вот это вот меняем на это. Эту штуку сюда. Это вот сюда и крутим так. И потом здесь мы 5 добавляем. Переворачиваем. Все. Надеюсь, нормально. Получилось. Снова критический сбой. Ну, черт, скачок нарастает. По треске мы всегда могу собираем. Я это исправить? Перебор по схеме выходит.
Ее надо как-то по-другому делать. Мало. Ну-ка, давай-ка мы 4 поставим тут. А нужно, чтобы 6 было, получается. Здорово, Тайс. Еще раз. Так, нужно, чтобы получилось 6 в итоге. А как тогда ее так заебенить-то, интересно? Это получается вот отсюда его тянуть, что ли? Ну, допустим. Шесть и пять. Блять, все равно. Тогда здесь мы тогда тройку влепим. Блять. Троек-то не осталось. Значит, еще дальше ее надо ставить. Мы здесь вставляем 4 и ведем это еще дальше. Как-то так. Здесь минус 1. Блин, тогда она через верх. Тоже паука устанавливаешь. Попрыгай, что? Прикольно так-то. О, уже наконец-то. Тут только душные побочные миссии, а так как бы неплохо. Сюжетка быстро пробегается, можно даже... Ну, они чисто вот побочные миссии, они для прокачки. Так, всякие гаджеты там, чтобы были поприкольнее, там паутина там в разные стороны, чтобы летала. Костюмы разные пооткрывать. Деградация лимбической системы 98, отек лобной доли 94,8. Плохо дело. Ну, вот у меня получается третий стрим. Я думаю, если не за этот стрим я закончу, то за 4 стрима она сюжетка будет завершена. Тут уже Октавиус уже колпачком потек, так что все нормально. Везде есть проблема, если поискать. Но Фортуна улыбается смелым. Пора показать миру наше творение. Отто, только играть надо на геймпаде. Не влияет на двигательные так нейроны. Удобно. Она может затрагивать другие участки мозга, подавление эмоций и... Думаю, нужно еще несколько тестов. Нет уж, довольно тестов! Впервые в своей жизни я не чувствую себя неудачником. Лишь самим собой. Отто, вы не неудачник. Но эта штука может повредить ваш мозг. Вы не Отто. Таран-таран-тан. Да. Да. Не волнуйтесь. Мы сможем. Я продолжу. Поищу ошибки. Иди. Иди. Вы точно в порядке? Да. Спасибо, Питер. За... Не благодари. За все. А теперь включай.
исключение с центрального вокзала, где мэр Осборн готовится выступить перед СМИ. Мартин Ли наконец-то арестован. Я держу слово, которое дал этому городу. Скоро жителям Нью-Йорка предстоит сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу. Не забудьте о том, что я сделал, когда придет пора голосовать. Сейчас мы в большей безопасности, чем когда-либо. Ложь! Ты не знаешь, что тебя ждет. Надо ему чип было поправить. А то он его колпак срывает хорошенько. Так, ну и чего? Сюжетные будут миссии? Как там Майлз? Всё. Привет. Можно не ждать. Привет, Майлз. Я просто хотел спросить, что ты думаешь насчет новостей Али. Смотри, если ты больше не хочешь там работать, мы с Мэй поймем. Я хотел уволиться, как услышал. Но вспомнил, что говорил папа. Герой — это просто человек, который не сдается. Верно. Если предположить, что он прав. Я устроил тебя туда, но не надо оставаться там через силу. Люди здесь. Они не виноваты в том, что сделал Мартин Ли. Им нужна помощь, я им помогаю. Думаю, папа хотел бы, чтобы я остался. Он бы мной гордился. Да, я знаю. И еще, Майлз, я тоже тобой горжусь. Захочешь поговорить — звони. Спасибо, Пит. Мне пора. Мэй дала список того, что нужно купить. Пока. То есть тетушка Мэй уже на уши Питеру не особо не садится и ни за что его не запрягает. Теперь она нашла новую жертву — Моралес. Мы сейчас обратно в этот пир идем. Пир во время чумы, к бабке идем. Ой, ну как и тетке. Питер. Ты как? Ах, да, по-моему, лучше всех. Мне не очень нравится, что ты теперь всем тут заведуешь одна. Людям нужно помочь. Если я не досплю 2 часа, ничего. Были новости от мистера Ли? Нет. Но известный мне Мартин так бы не сделал. А то, кем он стал, не тот, кого я хочу запомнить. Так... Как у вас там с Энджей? Ну, она... Это там все сложно. Честно. Сказал бы то, что вот мне дамочка голову делает. Бабуля, помоги. Трудные времена у вас? А то, особенно в твоем возрасте. Так ты честен с ней? Она знает о тебе все? Эй, погромче! Хочу послушать! Представитель полиции подтвердил, что это был тот самый грузовик, который перевозил устройство, примененное при атаке, на центральный вокзал. Ах, конца не видать. Ах. Питер? Бабуля уже, по-моему, догадывается то, что Паркер паук. Ну или примерно пытается это сделать. Вот она бы. О. Оставьте сообщение. Юрий, ты где? Жетку опять ждать не надо. Спасибо. Надеюсь, дыхание дьявола еще там. И под охраной. Если демоны добрались до грузовика, беда превратилась в катастрофу. Эй, куда ты упал-то? Требюше. Что значит требюше? Видимо, какой-то непереводимый французский жаргон. Ну, кстати, в самом начале игры, пока я перемещался по городу, мне не добавляли опыта за всякие кувырочки там и так далее. Может быть, способность какая-то открытая позволяет это делать. Но они так добавляют, так что... По 2, плюс 3, плюс 4, там, ну, такое. За сюжетную добавляют миссию по 3000. Это сколько я должен финтов тут накрутить. Да, это способность, вот она, паучий кувырок. Это способность тебя качает, пока ты перемещаешься.
Так, здрасте. Мы эту бомбу обезвредили. Она уже пустая. Дыхание дьявола пропало, но у нас есть более серьезные проблемы. Райкер! Надо спешить. Прыгай. Все горит. Что там? Организованный штурм. Его явно спланировали на воле. Все корпуса взломаны. Еще пара минут, и все зэки с Райкера окажутся на 5-й авеню. А что, плот? В порядке. Там особый режим, усиленная охрана и отдельное энергоснабжение. Это хорошо. Что с дыханием дьявола? Соболь разбирается. Ты им доверяешь? А у меня есть выбор. О-о. Ну, тут ближе к концу побольше экшена, так что побольше сюжета. Последние, наверное, часов 10 прям максимально на тебя выливает всякой фигни сюжетной. Разберись с ними, быстрее! Займусь! Ну, блин, быстрее. Как получится. Мы потом, кстати, этих зэков будем даже еще эти зачищать. Лагеря целые. Ну, как бы побочные миссии будут такие появляться. Черт, они вскрыли оружейную. Это плохо, да? Кажется, плохо. Это значит, что у некоторых зэков теперь есть гранатометы. Да-да, и оружие в целом. Там еще, по-моему, они... Камеры, ведите себя хорошо, и мы закроем глаза на все это. Они еще каким-то напалмом обзавелись. Заодно. Убивание. Ты решил умереть? А еще одна заодно. А что мне, типа, надо всех перебить? Ну да. Он грёбаный Человек-паук. Чуть-чуть. Отлично. А ну да, я же тоже вкачал. Способность одним ударом добивать. Ответьте, это сержант Хэнсон. Блять, вы еще живы? Это капитан Ватанабе. Где вы? По-моему, еще один какой-то жив. Возле корпуса Д. Пытаюсь восстановить питание. Это ваш вертолет? Он ко мне еще бежит один, дружище. Понятно. Сначала вырубился ток, а потом начался ад. Держитесь, мы идем к вам. Тут их тоже целая пачка. А, ну понятно, бежим. Да ё-моё. Давай-ка нам вот эту штучку мы включим, да и все, быстрее перелупим их всех. А то они что-то их много тут. Давай, прикончим его. Потери. Вот эти клешни прикольные, крабьи ноги, короче говоря. Человек-паук, поднимешься на крышу? Там полицейский, зовет на помощь. Уже иду. Сейчас мы всем поможем. Мне туда же, да? Еще выше. Там еще один внизу остался, недобитый, но да ладно. Кто-то застрял за этой дверью. Получи. Блин, вот мелочь бы подраскидать. Оп, иди сюда. Ну давай, я знаю, что там кто-то есть. Ай, бля, давай, давай, давай. Не того он сначала поймал. Добивай. Оп. Тоже неплохая способность с одной подачи их добивать. Они идут. Помогает. На меня тут напали. Ну прям Готэм Сити, короче говоря. Помоги там. А я пока что займусь электричеством. Кто б сомневался. Да, уже иду. Давно об этом мечтал. В чем дело?
Тихо, большой летит, а он там застрял. Блин. Да не того. А почему не работает паутина-то? Попробуй на мне. Я пополам тебя разорву. Падла. Блин, как он выносит, конечно, люто. Вообще паутина не работает. Да не то ты делаешь, парина. Вот, ну наконец-то. Ну, подбрасываем. Надо уложить их всех. А вот и смерть твоя. Так, эта штука прочная. Добиваем одного и второго. Тебе будет больно. Ну все, вроде отстрелялся. Есть еще тут кто поблизости? Береги! Нет, вроде. Хуже и быть не может. Конечно же может. Внимание персоналу! Нарушение режима. Будет еще похуже. Снайпера что ли сидят? Я понял. Да, снайпера тут тоже есть. А вот и смерть твоя. Если ты умный, свалишь. Ай, бля. Отлично. Шлепуху кинули. Я покажу тебе. Падла, иди сюда. Задолбал. Еще раз к нему. Еще парочка. Да не добил, что ли? Последний. Давай к нему. И вот так вот. Оп. Он еще живой. Ну, наконец-то. Угоняют вертолет. Куча зеков. И вертолет украли. Отдай вертолет. Тащи. Тащи, Паркер. Сейчас все оттуда повысыпают. Оп. Второго за ногу. Неплохо. И водителя тоже. Бум. Разве он не должен взорваться по канону? О, электро. Бэйл, идем. Может, все не так плохо, как кажется. Оптимистка. Мой опыт подсказывает. Если причем, светло, по-моему, электро со стервятником вместе. Он тут неплохо, но слабоват, быстро сольют. Я падаю. Вот так. Держись! Мы или с одним боссом одновременно будем драться, или с двумя, по-моему. Ну, может, чуть попозже. Порядок? Да. У нас тут вечеринка! Ты как ну, больше на гоблина, кстати, похож. Кажется, нас отпустили досрочно. Гоблин домовой. Электро? Почему он всех выпускает? Я пойду в центр. Угадай, почему. И узнаю, какова ситуация. Понял. Присоединюсь к веселью. Давайте вы тихо разойдетесь по камерам и запрете за собой двери. Пожалуйста. Ладно? С кем он разговаривает, я не понимаю. С ними? А что на них, такие ошейники, что ли? Ладно, вроде. Бьются несложно. Ну, добивай, чё ты. Ну, добивай ты его. Неужели? 50-го раза сработало добивание. Прими свою смерть.
Самый оптимальный удар — это нырять им куда-нибудь вот так вот между ног и потом добивать. И заодно ты уходишь от других ударов и этому в затылок лупишь. Иди-ка сюда. Чей? Последний? Ну или предпоследний. Все вроде, да? Дальше пошли. Нам наверх. Да, но сейчас пока вот мы будем добираться, но все равно будем здесь с Электро биться. Носорожка. Привет, по носорожке. Скучал, паук. Сюрприз? О чем это он? Куда бежим там вообще? Не по прямой вот сюда? Нет. Куда идти? Добраться до следующего чего? Корпуса. А где он? Какой из них-то? Нет, сюда никак. Вот оно еще. Эй, что там у тебя? Может, у меня? О, тут я еще и скорпион. Со всеми, кого в общем, тут все вместе. Скорпион, можешь подождать минутку? Я говорил по телефону. Ну, со всеми же драться мы не будем. Совсем. Электро, носорог, а теперь и скорпион на свободе. Что с остальными заключенными? Система слежения вот-вот работает. Неплохо так по щам влетело мне. Я продолжу следить за Электро. Не дергайся! Предупреди его! Да ё-моё. Ты решил умереть? Я помогу тебе. Блин, надо как-то восстанавливать здоровье. Да. Я покажу тебе. С дубинками больше всего бесит, по-моему, сейчас. А вот и смерть твоя! Все? Отбились. Ладно, полздоровья хоть осталось. Эй, Человек-паук! Мне казалось, это погоня! Ему бы еще маску такую в виде звезды. Мне наверх просто? Походу. Тебе меня не остановить! Но твои попытки нельзя! Если скажешь, на кого работаешь, я буду помягче! Просто пока догоняем. Гори! Почему никто не догнать и остановить Электро? Нет, ну неплохо. Постановошно. Хорошо. Стервятник. Стервятник? Давно не виделись. Мы хорошо повесели. Откуда они уже все костюмов-то понабрали своих? Они ж только вроде выбрались. Нет! Что, вы не смогли остановить Электро? А как мне его остановить? Я падал просто. Я понял, надо просто дальше было лететь. Так, камеры наблюдения снова работают. Что видишь? Что здесь у нас? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Включая Мартин и Ли. Теперь по городу шествуют 5 твоих злейших врагов. Угу. А, на секунду подумал, ты серьезно. Я серьезно. Мне пора. Кое-кто из них отправился в город. Бред какой. Так, как долбануло-то. А где он? Он назад, что ли, улетел? Да его потерял. Вот это вот у нас что такое? Вон он там тусит. Ну, Электро, по-моему, они быстро солил. Ну,
снова полетаем, да? Вечеринка скоро кончится! Ай, блин. Электро, стой! Электрик. Дождь, электричество, такое себе сочетание, конечно. Как тебе мой новый костюм? Блестяще. Нормально. Где ты его взял? Только для членов клуба. Клубов члена. Ну, а еще и негатив заодно выбрался. Жалко Мистерио не хватает. Хорошая мысль. Кстати, мы вообще можем разойтись, если хотите. И этого хамелеона. Все нападают по очереди. Вот и Отто. Доктор Октавиус. Одно предупреждение. Не стой у нас на пути. Не надо нас злить. У каждого из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед! Ну, потом, значит, мы будем с ними драться со всеми как-то поочередно, а то и с двумя одновременно. Вон он! Сейчас уже сюжет набирает обороты. Столько лет. Столько лжи. Зачем вам очки? Сварочные. Точнее, газорезочные. Ну все, Норман. Они узнают правду. Чик. И вообще все плохо. Все злодеи на свободе. Газ распылен. Человек-паук полумертв. Все тлен. Двадцать четыре часа спустя. Ну, клемался за сутки. Мэй, все хорошо? Бабулька заплахила. Можешь раздать вот эти? Конечно. Но работа над лекарством от этой смертельной инфекции ведется круглосуточно. В городе соблюдается жесткий карантин. Соболь Интернешнл контролирует все въезды и выезды из города. Как давно корреспондент у нас новости ведет? Все агенты Соболя ведут бои с беглецами с плота и острова Райкера. А в это время мэр Осборн заявил, что именно Человек-паук виновен в побеге и в инфекции, охватившей весь город. Ну, естественно. Он объявлен в розыск.
Но его вину нужно доказать. Многие считают, что мэр просто отводит от себя подозрения, ведь согласно последнему эксклюзивному репортажу Bugle, вирус был получен в секретной лаборатории Оскорб, находящейся на Манхэттене. Мэр Осборн настаивает на том, что в Оскорб также был в разработке вакцины, но пока что никаких доказательств тому не было представлено. Кстати, про Шокера ничего не сказали. Мы же его тоже поймали, по идее, его должны освободить были. Доктор Октавиус. С больнички удрал. Почему? Как я это допустил? Мне звонили из больницы. Говорят, ты ушел до выписки. Нужно вернуться к работе. Врачи сказали, у тебя сломано 14 костей. Это значит, что еще 192 целые. И, кстати, спасибо за заботу. Сложнее всего было спрятать тебя от Соболя. Ты теперь у них значишься как цель номер один. О, какая честь для меня. Что стало с нашим городом, Юрий? Не знаю. Похоже, на конец света. Ну, теперь усложненный режим пошел. Сейчас все просто в городе на тебя охотятся. Дроны летают и так далее. Хорошо. Моляют с ракет. Заключенных объединились и захватывают целые кварталы. Нападают на местных жителей, грабят и все такое. Я позабочусь о них. Что еще? Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах по всему городу. Новый как... А, нет, не костюм. А, тут я способности слышала, новые. Что-то... Давай мы навык какой-нибудь качнем уж. Что это такое? Дополнительная атака, ну такое. Тоже не то. Это у нас чисто перемещение, да? Давай, этот без разницы. Запросы с пристрастием. То есть пытки. Не волнуйся, я в деле. Это еще город, еще нам наваливают. Отлично. Мои ребята выслеживают. Еще наваливают пачку побочных заданий. Пока что просто постарайся навести порядок. Просто чтобы всю карту ушатать, короче говоря, в мелких этих значках. Спасибо, не надо. Поступают сообщения о многочисленных случаях стрельбы из машин. Вон тут снайпера уже появляются. Просто народу куча, куча против тебя. Тут и дроны, и вертолеты, и все остальное. Не знаю, чуть повыше поднимаешься, тебя снайперы пасут. Плюс ракетчики с ракетницами стоят еще, ребята. Вон, чуть-чуть ниже опускаешься, тебя снизу будут стрелять. О, враждебный город. Вот теперь контроль точно Готэм Сити. Питер, я весь день пытаюсь дозвониться до тебя. Ты в порядке? Из-за побега этой ночью в городе все вверх дном. Я в порядке, Мэй, и в безопасности. Но я волнуюсь за тебя. О, это ни к чему. В данный момент пир самое безопасное место в городе. Просто все. Все в солдатах. Но здесь все тихо и спокойно. Надеюсь, так будет и дальше. Я зайду, как смогу. Люблю тебя. И я тебя, Питер. Так, а что, мне сюжетка-то какая-нибудь перепадет? Да хер вы в меня попадете. Агенты Соболя в нижнем Истсайде. Доложите обстановку. Контроль, мы засекли беглецов. Преследуем их. Давайте сюжет уже. Эй-эй. По полицейским стреляют снайперы. Прыжи, да тут кого только нету. Тут если не бандиты, точнее не беглые заключенные, то Соболя тебя и собираются убить, ребятушки. Если нет, то дроны. И еще заодно эти. Мистера Ли. Демоны эти. А, ракета в меня летит. Не долетела. Ну так что, мы будем...
Жидку не хотят давать. Точно? Задание. Сюжетных пока нет. Соболь, контроль. Какова обстановка к югу от Хаустон? Мы задержали участников незаконного митинга. Приступаем к арестам и допросам. Так. Может, хотя бы одну какую-нибудь выполнить, чтобы это... Открылось сюжетное задание. Давай, вот мы тут отметим вышку. Сюда переместимся. Сейчас пока вышечку откроем, там, глядишь, может быть, и задание проснется. У меня ракета летит. Паук, у нас тут объявились тяжеловесы с плота. Они атакуют полицейские участки. Моим людям нужна помощь, срочно. Доберись до точки, и я все объясню. Уже иду. Это Октавиус? Нет, двое его подручных. Доктора мы пока так и не нашли. Скажу честно, он меня пугает. Таких умных суперзлодеев я, кажется, еще не встречала. Просто гениальный. Да. Вот это меня и беспокоит. Вы там держитесь. Так, а чё? Ошибись, она сказала, куда... Юрий, сбежавшие заключенные захватили целую улицу. Нам уже звонят перепуганные жильцы, запертые в домах. Так, а где это искать-то? Скажи им, чтобы не выходили. Надо провести уборку улицы. Они прям вынуждают все равно, да? По бочке проходить свои. Что по заданию-то надо делать? Так, пока я приходил в себя, город погрузился в хаос. Пора начать приводить его в порядок. Так, а что надо сделать? Где это задание? Вообще ничего не отмечается. Пестом народу. Может быть, прям вот этот квадрат красный надо зачистить. Тут же такое было, да, то, что надо прям выполнить побочное какое-то одно задание, чтобы тебе дальше сюжетные наваливали. Юрий, сбежавшие заключенные захватили целую улицу. Нам уже звонят перепуганные жильцы, запертые в домах. Скажи им, чтобы не выходили. Надо провести уборку улицы. Ну да. Это тот паук! Сколько мне таких надо побочных сделать? Давай мы вот это вот, кажется, зачистим. Я думаю, им достаточно будет. Слезай. Ага! Больше снайпера беспокоят. Вообще-то, по идее, по стелсу надо зачищать. Блин, он Кейта замочил! Все, он там покойник. Я запутался. Дойти-то. Еще несколько уровней. Дай-ка мы их тут подождем.
Зря полез. В принципе, пока они бегут вот по чуть-чуть, они не очень-то опасны. Еще, по-моему, трое или четверо осталось. Бля, этот как туда упал, так там и торчит. Бля, еще больше прибежало. Куда вы все беретесь-то? Это граната. Тихо. Тот три на карте тебе показывается, то сразу еще 8 прилетает. Иди сюда. Веришь в удачу? Я тут сделал побочку в побочке. Выбросил людей из создания. Я больше не попаду за решетку. Но они случайно сами на самом-то деле улетают. Я тут ни при чем. Бля, ты куда? Это Нью-Йорк. Только открылась вакансия, и тут же все ломанулись. Вот-вот. А вот это не бесконечные походу. Где он? Ни хрена же не видно. Падла. Чтобы это ни было, оно опасно. Бля. Прижмите его к земле. Я назад не пойду. Капец. Вот один просто, один с ракетницей может тебе заруинить просто. Блять, вы задолбали. Сколько можно? И это еще не вся партия. Поурод. Человек-паук. Жители квартала сообщили, что преступники попытались ворваться в их дома. Я так и понял. Хотят захватить квартал. На улицах без заложников. Нам с ними будет проще справиться. Я разберусь. А, тихо, не тот. Перестань! Давай его с крыши. Подходи! Можешь ударить первым! Когда вы закончитесь, а? Сколько тут я уже положил? Человек 40, наверное. Жопа какая-то. Бэтмен себе такого не позволял. Да, бля. Ага, вот и подмога. Так, еще хорошо, толпа. Вы тогда будете у меня на подпевке. Что за черт? Теперь это наш город. Где он вообще? Просто сейчас одна ошибка, блять. Они вообще не бесконечные, по-моему. Очень затянутая драка, мне так кажется. Понятно. Блять, они все бегут и бегут. Сколько их там вообще до народу? 50 нужно убить, я не знаю. 1 из 6? Что? Надо приводить его в порядок. Что бы это значило? Просто тут 4, 5, 6 зданий. И в каждом здании еще по 20 человек, я не знаю. Они еще тут же. Они же тут еще в коробках в этих сидят. Бля, это жесть, конечно. Что за черт? Выключаем. Паучара здесь! Да-да.
И херово то, что ты, блин, проигрываешь, если то их еще больше становится. Точнее, ну ты все заново. Если ты нашумел, то их еще больше становится. Крыша какая-то бесконечная просто. Что за черт? А вы так ничего и не поняли. Да ёп, ну давай. Серьезно, ему стульчик помешал. Постелся под крас. Ай, бля. Я что-то слышу. Ну да, да. Знаю, конечно, попробую сейчас не шуметь. Сладких снов. Еще что-то. Ну так вроде побыстрее получается их вышибать. Эй, чтобы вернуться. Мне нужны мишени. Все, спалили. И начался замес. Просто. Сейчас их тут столько будет, что жопа. Ну давай, чё. Кидаю гранату! Я просто вот о чем, надо ли это делать. Но пока сюжетных миссий никаких. Будешь знать, с кем связался! Да, там ты бьешь одних. Вырубите его! У тебя других подтаскивают тебе. Вот. Просто еще 5 человек, 6. Хотя ты вроде их убил. Плевать, мочите пуха. Я просто так немерено здоровье надо, я не знаю. Чтобы просто всю эту гурьбу вынести. А вот и смерть твою. Блять, еще выходят. Это Нью-Йорк. Только открылась вакансия, и тут же все ломанулись. Не, ну конечно, у игры бывают такие глюки, что на тебя сначала 20 человек нападает, потом то же самое вроде. И нападает уже, ну 10. Ну давай куда-нибудь тоже. Еще партия? Ребята, так вот. Это ни к чему, я и так напуган до смерти. Больше я за решетку не вернусь. Еще пачка бежит. Человек-паук, жители квартала сообщили, что преступники попытались ворваться в их дома. Я так. Да ладно. Хотят захватить квартал. На улицах без заложников. Нам с ними будет проще справиться. Я разберусь. До связи. Бейте его кто-нибудь! Да, жесть какая. Он тут всех, по-моему, убил. Давай куда-нибудь сюда. Вон там еще один ракетчик. Ага, вот и подмога. Еще да, толпа выбежала. Вы тогда будете у меня на подпевках. Блять, вы че, угораете, что ли? Ну серьезно. Просто нахрена такую жизнь-то устраивать, я не понимаю. Теперь
Они просто со всех сторон. Они тебя тупо числом скорее вынесут. Сколько их тут? Да, не просто по всем крышам. Отшибись вообще. Осторожно! Прими свою смерть! Вообще на секунду останавливаться даже нельзя. Быстрее мотай своим щитом. Ох ты ж, назад! Не промахивай! Ну, типа, еще привет, толпа. Ребята, рад вас видеть. У нас нет подмоги или подкреплений. Все мы просто люди. Да нет, это какая-то дичь, я не знаю. Может быть, это правда какой-то глюк игры? Что за хрень происходит? Как долго я должен мудохать эту ораву просто? Что за бесконечные бои? Он гребаный акробат! Все кончено, мразь! Я их просто бью, и они еще вылетают. Вылетают и вылетают. Типа игра решила отыграться, типа не хочешь проходить побочные миссии, вот тебе 508 сразу миссий. Блять. Я не знаю, полетели к ракетчикам, что ли. Вон их там 4 штуки, все нормально. Ну давай ты куда-нибудь-то уже. Давай жирного с крыши хоть скинь. Сколько их? Еще человек мне надо убить. Да ладно, это последний? Быть того не может. Где он хоть? Вон он тут охеревает от взрыва. Жесть какая вообще. Это была сюжетная миссия? Капитан, нет. Квартал свободен. Все парни в оранжевом готовы вернуться в тюрьму. Отличная работа. Если бы они забрались в жилые дома, нам пришлось бы туго. Повтор, да конечно. А где сюжетные миссии? Я сейчас просто 50 человек, если не больше, убил, как бы, поймал. Такое ощущение, что я просто зря этим занимался. Понятно. Теперь ее можно было включить, эту миссию. Такой дебилизм вообще. Внимание всем постам. Беглецы захватили автобус с заложниками. Ну пошли вы нахрен. Происшествие на Музейной миле. Прием. Стой. Зачем мне чесать через весь город, если можно не чесать через весь город? Быстрый переход. То, что я там положил целую толпу, не знаю, деревню народу. Это была сюжетная... О, не сюжетная, это была просто обычная побочная миссия. Это что я говорю, то что тут побочки очень душат вообще. Их очень до хрена, и они просто бесполезны практически. Ну вот, 1000 мне опыта накинули, что толку. Наблюдательный пункт развернут. Цель не обнаружена. Так, капитан, я на месте. Давай. Носорог штурмует участок в верхнем Вестсайде. Электро в верхнем Истсайде. Без твоей помощи нам не справиться. Выбирай участок, там одинаково паршиво. Согласен. Давай, я не знаю, кто тут.
просто до него ближе, чтобы как размазало его просто по крыше. По-моему, мы к носорогу идем. Есть время. Бабка, отвали. Нам нужна помощь в одном из отделений пира. Ага. В ветеранском центре в Гарлеме? А что там? Люди с Райкера требуют еду и припасы. Персонал, заперся внутри, но долго не продержится. Мы с Майлзом поехали туда, чтобы вывести сотрудников. Мэй, не делай ничего сама. Встретимся в Гарлеме. У Мэй измученный голос. Надеюсь, она не больна. Да бабка там последний понедельник доживает что-то. Она тут всякая чушь, она глоталась. По полицейским стреляют снайперы. Нужны машины в Леноксхилл. Прием. Ой, тихо. Я не хотел. Вот он замеса, извиняйте. Извиняйте. Юрий, я рядом с участком в верхнем эссайде. Хорошо. Электро и демоны не дают продыху моим людям. Ситуация непростая. Увидишь сам. Умеешь ты заинтриговать, Юрий. Бля, как долго пилить-то до этого носорога? По-моему, там носорог. Но ловить, скорее всего, надо по очереди обоих. Нет, это электро. Это электро. Блять. Вот вообще, мимо просто. Спокойно всех не пройти. Электро. Давай. А когда боссов проходишь, чище в городе не станет. Паршиво. Трансформаторы подают энергию в здание, заперев там полицию. Юрий, не просто, это мягко сказано. Придется отключить трансформаторы, чтобы освободить твоих. Даже если тебе это удастся, им понадобится твоя помощь с демонами. Ну так я здесь. Готовы решить все электрические демонические проблемы. Но тут хотя бы не такая пачка народу будет. Нажмите ЛТ для прицеливания, потом нажмите... Понятно. Всего 5 трансформаторов. Если как следует замотать их паутиной, блять, они перегреются. Ну кто? Надеюсь. Что ты фоткаешь? Еще 4 железки. Просто... Я даже не знаю, кто в меня лупит. Вообще без понятия. Да, я чувствую, сейчас мертвым туда прилечу просто. Отвалите. Надеюсь, засчитали хотя бы один трансформатор. Юрий, нет, не, не засчитали. Мягко сказано. Придется отключить трансформаторы, чтобы освободить твоих. Даже если тебе это удастся, им понадобится. Ну кто, блядь, стреляет-то? Ну так я здесь. Готовы решить все электрические демонические проблемы. Бля, эту комиссию начинаешь, тебе сразу же град пуль просто прилетает. Серьезно? Всего 5 трансформаторов. Если как следует замотать их паутиной, они перегреются. Надеюсь. Так, давай по-быстрому. Еще 4 железки. Надо по-быстренькому валить. Куда-нибудь. А то тут у меня и ракеты, и снайпера. Просто все стреляет. Да вали ты куда-нибудь уже. В принципе, пока я на крыше. Хотя бы плюс-минус. У меня не так много народу пытается стрельнуть. Бля, я уже забыл, как этого-то мочить. Сучонок. Нет, не так его надо убивать. Стрелять, по-моему, надо в него чем-то. А, ну да, парированием там как-то его надо бить. Ну, тут сейчас с каждым врагом надо будет встретиться. А, ну да, электропаутина не то. Серьезно. 2 сдохли, 3 осталось. Я не скучал по электро с его суперзлодейскими. А где еще? Где еще трансформатор у нас? Запереть полицию с помощью сети трансформаторов? Кто так делает? Отлично. Осталось 2. Сами там разбирайтесь.
Да ё-ма. Да ты подпрыгнешь, нет, куда-нибудь хотя бы. Да, конечно, у меня жизнь не просто вагон. Еще один. Последний трансформатор удерживает. Доболтался. Юрий, не просто, это мягко сказано. Придется отключить трансформаторы, чтобы освободить твоих. Даже если тебе это удастся, им понадобится твоя помощь здесь. Ну так я здесь. Готовы решить все электрические демонические проблемы. Еще 4 железки. Так, один трансформатор-то у нас на вертолете летает. Ну давай, нападай. Спасибо, напал. И тот еще живой был. Ну, вроде все. Два сдохли, три осталось. Я не скучал по Электро с его суперзлодейскими штучками. Как бы этот вертолет поймать? Запереть где он вообще? С помощью сети трансформаторов? Кто так делает? Стой, давай на вертолете попробуем. Кто, блядь, стреляет постоянно? Я вообще без понятия. Почти попал. Хрен его знает. Здесь я все правильно делал. А где ты там? Не, ну это же трансформатор. Как им удалось привязать эту штуку? Ну, блять. Да и лететь так-то еще задачка. Они что, специально тренировались? Очень много вопросов. Осталось два. Какой-то жесткий вообще режим перешла игра. Где эта хрень вообще? Блядь, меня током шарашит тут вовсю. Сюда нельзя, я понял. Еще один. Все, валим. Давай, 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 куда-нибудь. Задерживаться вообще нигде нельзя. Тихо, перелет, он на крыше. А давай попробуем вот так, чтобы никого не убивать. Все, до свидос. Полиция свободна, но так, трансформаторы мне засчитают, но... Что происходит? Как их много, а? Со всех сторон просто. Я только успеваю отхиливаться. Ты только... Да. Здорово, Рисака.
только отхиливаешься, тебе сразу же ракетой какой-то прилетает, еще какая-нибудь хрень происходит. Со всех сторон просто тебя лупят какой-то всякой дичью вообще. Это жопа какая-то. Вот, блядь, что происходит? Нихуя не понятно же. Кто, блядь? Я вообще себя не вижу даже. Ебанулся она. А, ну да, этот с парированием. Тут же надо еще чехлять, короче говоря. Какой у тебя летит. А у них, в принципе, пушки одинаковые. Какой на тебя с парированием летит? Который, какой без парирования? Тут всех по два. Ну тут было просто не увернуться. Пошли нахер. Тут стрелков разобрать. Да, и когда у нас со щитом начали вот так атаковать? Ну, какая-то волна летит. Блять, вы заебали. Ну-ка толпой вот так вот подраскидать вас. А то еще-то на квадратный метр очень много. Так, этого надо в воздух. Двух других только парированием. Все, вроде рассосались по чуть-чуть. Где он, блядь? Неужели? Твои люди в безопасности. Что дальше? Иди в верхний вестсайд. Мы там спасаем гражданских, но нам мешает носорог. Он всегда мешает. Я иду. А все, мы типа с Электро больше пока не деремся? Сообщение от Майлза. Эй, Пит, слушай, Мэй попросила позвонить тебе. В ветеранском центре все плохо. Ага. Первым делом. Бля, ну тут fast travel нет. Придется топить через парк. Мы пытаемся вывести людей через подвал, но нам нужна помощь. Не сократить путь. Надеюсь, ты скоро будешь. Надо заканчивать с участками и спешить в Гарлем. Блина мне в Гарлем. У меня с носорогом еще делов. По идее, уже на этом этапе игры нужно быть практически полностью прокачанным почти по всем гаджетам. Потому что, ну, она гораздо сложнее становится. Поначалу она вроде более-менее безобидная. Ну, типа, все легко проходится, ля-ля-ля, ты там можешь и сюжетки не выполнять, но потом трешак будет. Носорог движется, но бывшие гости Райкера громят ваши полицейские баррикады. Я помогу уравнять шансы. Давай. Если баррикады падут, людям внутри придется хуже. Не знаю, с этими как-то, по-моему, попроще. Вот единственное, что они слепухи свои швыряют. А так, в принципе-то, можно. Ну... Кого-нибудь-то ты зацепи хоть. Это с учетом того, то, что у меня еще костюм как бы а-ля против пуль. Ну, защищает там. Подождите, подождите.
Нифига, блядь, слепуху опять шваранули. Спасибо, Человек-паук! Теперь помоги на других! Не благодарите. Прежде носорог не бежал от драки. Видимо, он выполняет приказы доктора Октавиуса. Быстро нападает да, на ладно. Команду экстренных служб и отступает. Блять, попался. Я, наверное, в слэшерах так по кнопкам не лупил. Вот серьезно. Тут просто очень много народа. На каждой точке. Ну, по крайней мере, так кажется. Там надо учитывать, смотря кто на тебя нападает, ну типа с кем дерешься. У всех типа приемы разные. Спасибо, паучок. Иди на другую баррикаду, они ждут. Ну да, ну да. Только паутина в него вылетела. А нахрена? Так, Жирныч. Тихо, не то, не туда, не туда. Че он сейчас возле Толстого делал 10 лет? Блять. Ладно, давай жирного добивать. Я, наверное, еще маловато паутиной ползаю, пользуюсь. Человек-паук наверх! Преступники стреляют из РПГ! Они разнесут здание! Этого не должно случиться! Иду! Так мне внизу вам помогать или наверху? Хрена тут народу просто. Еще и на крышах. Одна крыша чиста. Да, если бы. Быстро! Мы разрушим это здание. Слава богу, что их можно скидывать. Хрена, я тут пяток впечатал. Он еще падла живой. Есть более простые способы просить автограф. Реактивные ранцы? Кто додумался дать этим парням реактивные ранцы? Нарушители будут умиротворены. Умиротворены? Кому-нибудь еще показалось, что повеяло Оруэллом? Или только мне? Что, никому? Это мы вообще против всех тут бьемся. Вы создали эти маленькие энергетические бола спецом для меня? Польщен и напуган. Ну, купить-то надо будет всех, это по-любому. Так, чем бы зашвырнуть-то в него? Я уже запутался, кого бить-то надо. Ну, понятное дело, что всех. И раз-два. Прям надо, короче, их не отпуская держать. Да ты сдохнешь, нет? Все. Еще одна крыша готова. Там их еще больше. Рад тебя видеть, паучок. Готов ответить за то, что упрятал меня? Я не знаю даже, кого удобнее ему валить. Те, что летают? Или те, что стреляют. Прям в воздухе приходится уклоняться уже. Ну это трэш вообще. Я уже хер знает, что тут в игре происходит. Не, ну забавно. Беглыми зэками покончено. Теперь надо разбираться с летучими обезьянами Соболя.
А как мне прилетело, я даже не знаю чем. Кто тут садит? Ни хрена он с какой... какой длины он просто лупит. Блять. Ну. Ты их не видишь, откуда они нападают просто. Блять, еще заново. Человек-паук наверх! Преступники стреляют из РПГ! Они разнесут здание! Этого не должно случиться! Иду! Одна крыша чиста! Этот город падет, паучок! Начиная с этого места! Короче, дядьки из Соболя самые жесткие. Есть более простые способы просить автограф. Реактивные ранцы? Кто додумался дать этим парням реактивные ранцы? Эй, ну. Умиротворены? Кому-нибудь еще показалось, что повеяло Оруэллом? Ничего не понимаю. Или только мне? Что, никому? Реально все взрывается просто, и кто нападает на тебя? Давай хоть так. Давай, 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 мы его не отпускаем. Да, падла. Мы разрушим это здание. Ты летишь к одному, тебя с ракетами стреляют. Бля, может я реально тороплюсь как? Слишком много на квадратный метр. Я не успеваю за ним. Ой, давай перекур, сейчас я подойду. Надо все-таки передохнуть от этого трешака и бесконечного долбежки по кнопкам. Сейчас, 3 минуты. We'll be right back.
Алекс. Паук наверх! Преступники стреляют из РПГ! Давай они сюда. Этого не должно случиться! Иду! Нет, причем лучше повыше сначала зачищать. Одна крыша чиста. Так, давай теперь на крышу повыше. Чуть-чуть пониже. Блин, да и тут тоже вроде нормально. Попробуем. Рад тебя видеть, паучок. Готов ответить за то, что упрятал меня? Серьезно, прям на ракету. На второй крыше всегда соболь подлетает. Есть более простые способы просить автограф. Реактивные ранцы? Добивание. Кто додумался дать этим парням реактивные ранцы? На второго добивания есть? Ребята, мы на одной стороне. Есть. Давайте хотя бы сначала разберемся с зэками. Так, еще есть кто-нибудь? Умиротворены? На каждой крыше по два висит. Что повеяло Оруэллом? Или только мне? Что, никому? Они друг друга не перегасят случайно? Было бы забавно. Не хотелось бы в этот замес попасть. Нет, они их только глушат. Быстро! Мы разрушим это здание. Ну, вроде нормально. Да ёпа мать. На вон тебе. Заодно. Откуда прилетело, хрен его знает. Понятно, кто стреляет. Да ёб... Ну как мне увернуться-то от этого? Вы создали эти маленькие энергетические болы спецом для меня? Вот-то всё. Блять, я лучше куда-нибудь спрячусь. Ну тут вроде всё. А тот сразу же на другую крышу полетел, да? Куда он делся? Не вижу. Вот он, падла. Серьезно, у меня одно ХП. Добиваем. Тихо, куда-нибудь в сторону. Слушай, ну получилось как-то отхилиться. Чудом вообще. Они с двух сторон лупят просто и все. Блять, я этого вообще не видел. Они тут вдвоем торчали. С зэками покончено. Теперь надо разбираться с летучими обезьянами Соболя. Последний. Все, вынес. Юрий, участок безопасности. Да, это было непросто. И я только что узнал, каково быть приоритетной целью Соболя. Гадость. Будешь знать, как смеяться над международными наемниками. Да уж. Ладно, отключаюсь. Позвони, если обстановка накалится. Хорошо. Так а что там с носорогом-то? Ты дал нам возможность сражаться. Так. Надо спешить в ветеранский центр в Гарлеме, помочь Мэй. Питер, наконец-то! Ты нужен нам в ветеранском центре, где ты? Меня задержали. Как вы? Что происходит? Преступники подожгли здание. Мы вывели персонал, но Мэй с Майлзом остались внутри. Я пытаюсь найти путь к ним, но огонь распространяется слишком быстро. Оставайся на месте, МДЖ. Я разберусь. Только быстрее, Пит. Быстрее! А носорогам уже задание уже не активно. Ну также его пока убрали из сюжета. Как и электро. Зайдем-то. Это тут. Питер, пожарные уже в
пути, и я нашла пожарный выход, через который... МДЖ, стой на месте! Не хочу, чтобы тебя тоже пришлось спасать! Питер, не сходи с ума, дождись помощи! МДЖ, горящее здание надо спасти. Май! А мне тетку надо спасать. Сюда! Мы здесь! Взял бы их обоих паутиной, бы у них стрельнул. Держись! А! Тетя Мэй, вы целы? Пробирайтесь к окну! Слишком далеко! Держись! Только держитесь! Все держатся. Давай, глупый кусок. Ну же, Мэй, я спасу вас. О, Господи. Давай, вперед! Майлз, давай! Нормально, успел. Ну, паука, как обычно, засыпет сейчас. Мы тебя спасли. Ура! Спасли тебя. Куда носорог с Электром делся? Мейцел. История умалчивает пока что. МДЖ, если бы не вы с Майлзом, я был бы... Мертв, как и я те 100-500 тысяч раз, что ты спасал меня. Так что я все еще перед тобой в долгу. Не благодари. Умно. Послушай. Мне жаль, что я все испортила. Просто нелегко быть той, которую все время спасают, понимаешь? Иногда я и сама хочу спасать. Прости, что заставил тебя чувствовать, будто ты не можешь. Сначала она сверху, партнеры. Потом ты сверху. Как всегда. Эй, я не знал, как ты любишь, с газом или без, минеральную или из горных источников, так что принес по одной каждого вида. Я не вовремя? Нет, мы с МДЖ, с мисс Уотсон, обсуждали стратегию. Стратегию? Да, верно. Город в опасности, и ему нужна наша помощь. Помощь всех нас. Ладно, командуй, тренер. Ладно. Разделяй и властвуй. Мисс Уотсон, нам нужна вакцина от дыхания дьявола. Аскорб что-то создает, но они не смогут защитить свое детище от Октавиуса Или. Нам нужно найти лекарство и защитить его. Я проверю кое-что. Майлз, тебе придется стать моими глазами и ушами в пир. Будет что-то не так? Звони. Мы должны обеспечить безопасность центра и его обитателей. Ладно, а что будешь делать ты? Шайка безумцев в костюмах разрывает город на куски. Надо отдохнуть. Пора уделить ей внимание. Ясно. Погоди, а как? Я тебе позвоню. У тебя же нет телефона в твоем... твоих карманах. Мисс Уотсон даст тебе мой номер. Удачи, команда. Его номер. Ты девушка-паука? Было бы круто, если... Хватит, короче, Шерлок. Все обо всем догадались уже очень давно. Лучше богатый выбор воды. Тетя Мэй-то, кстати, тоже догадалась. Итак. В городе немного спокойнее. Майлз следит за пиром, МДЖ ищет средства от дыхания дьявола.
Пора найти Отто и сорвать его планы. Юри, пора выходить на след боссов. Насчет Октавиуса ничего? Нет, ничего. Криминалисты даже не могут поработать. Ладно, давай качнем костюмы, что там, кстати, новое. А, ну это Человек-паук из будущего. Хорошо. Навыки. Это без разницы уже, в принципе, что качать. На Таймс-сквер. В отделе болеют все, кроме стажеров. Возможно, я что-нибудь найду. Сообщу тебе. Ну, вроде, кстати, чуть-чуть потише стало. Знаешь, в городе. Что мне нравится в тебе? Ты постоянно совершенствуешься. Хотя нет, тут я смотрю, спасибо, почти на каждом здании сидят. Можешь звать стрелки, меня. Соболя или еще кого-то. Потому что ты все норовишь поручить мне что-то. Я так и понял. Группа наемников совершает преступление по всему городу. Скажи-ка, а эти наемники, случайно, вот я не твои? Я только наемники? Приземлился. Нет. У меня уже полздоровья за 2 секунды снесли. Отлично платят за работу, пока ты их не остановишь. А тебе-то что? Буду наблюдать, изучать. Еще новые типы испытаний. Ну точно. Я представляю, что творится на максимальной сложности тут. Ты готов помочь? Да, конечно. Решил, что вам это нужно. Ты не знаешь, с чем мы столкнулись. Я никогда не видел ничего похожего на это дыхание дьявола. Криминалисты замучились. В новостях говорят, что здесь Отто выпустил дыхание дьявола. На этой табличке следы какого-то вещества. Возможно, возьму образец. А ты лидерная последовательность. Многообещающая. Так, вот эта штука будет первой. Вроде так. Угу. Но это еще не все. Таких три, да, надо будет решить. CPF-1 модифицированный аскорб. Это точно оно. Может, смогу отследить путь распространения? Пока нет. След идет в нескольких направлениях. Нужно выбрать одно. Знаю, давай так. Я тоже след потерял. Криминалисты нашли что-то? Это тупик. Плохо. След ведет к тому зданию. Тоже тупик. Да нет, вроде. След прыгает по зданиям. А где он? Вот куда-то сюда. И наверх. След ведет в эти отверстия. Что там делал Отто? Здесь должна быть дверь или люк. Мрачновато. Надо как-то включить свет. Да будет свет. О, здесь был плацдарм Отто. Побег из тюрьмы – идеальная маскировка для проникновения. Отто движет ярость. Нейроинтерфейс ее усиливает. Но его ненависть настоящая. Он уничтожит весь город, чтобы причинить вред Норману. Что мы ищем вообще? Отто искал слабые места в технике Соболя. Норман. Мне кажется, что я вижу его. Ну, на все надо смотреть, да? Он улыбается перед камерами, получает комплименты.
Носорог. Мой второй любимый русский. Макгарган. Он же Скорпион, он же псих-психованный. Стервятник. Я бился с ним чаще, чем с любым другим. Электро. Всегда под напряжением. Он тут всех изучал. А это еще что? Отто строил планы с помощью карты, но она пуста. Может, я что-то упустил? Чем досмотреть что? Ультрафиолет. Нажимаем. Ничего. Надо ее запустить. Надо как-то включить эту лампу. Надо запустить эту лампу. А где она включается? Все, вижу. Вот так. Скрытые метки. Угу. Отто поручил злодеям уничтожить имущество Оскорб. Он пытается электричеством разобрать империю Нормана. Рино, Оскорб, Скорпион и Стервятник. Кстати, про Скорпиона вообще ничего не говорили. Я его даже не видел там. От источника энергии у него рак спинного мозга. И Отто разрабатывает для него лекарства. Нет, тут каждого надо, да, смотреть, походу. Главная мечта Электро — стать чистой энергией. Док модифицировал его костюм, на шаг приблизив его к цели. То я так полагаю, стол Скорпиона был. Отто создал средство, чтобы освободить носорога от костюма. Одно правительственное агентство не сделало это за много лет. А Отто смог за несколько дней. Что мы ищем вообще, скажите? Мартин Ли. Совсем не тот человек, которого я знал в пире. Похоже, Отто и Ли многое связывает. Как давно они знают друг друга? Спасибо за лекарство, оно немного помогло, но приступы все равно усиливаются. Такого у меня не было с детства, я с трудом контролирую себя. Вчера во время речи Осборна у меня чуть не случилось помрачение рассудка. Его вид пробудил чувства, которые я считал давно угасшими. И не знаю, сколько еще могу жить в его тени. Мартин Ли. Знаю, вроде всех осмотрел. Вот здесь что-то со Скорпионом не очень понятно. Отто записывал послание для команды. Я редко признаюсь в подобном, мистер Гарден. Но уплата ваших долгов оказалась делом более сложным, чем я ожидал. Вы задолжали требовательным людям, но... После операции с водохранилищем ваши финансовые обязательства тоже будут ликвидированы. Вот так Тавиус умеет убеждать. Мне бы конечности свои спрятать. Так, давай по заданию. Надо проследить за Отто и узнать, что он задумал. Что еще надо прочитать вот здесь? Прям все вот эти вот надо послушать, что ли? Какая горькая ирония, Эдриан. Твои чудесные крылья сотворили такой ужас с твоим телом. К счастью, теперь... Ну, он каждого подбил, чтобы на него работали, это понятно. Мой метод непременно ты еще не скоро покинешь наш... Макс, когда ты впервые рассказал о своей мечте, я решил, что ты безумен. Чистая энергия? Но погрузившись в эту тему, я нашел способ достичь того, чего мы оба желаем.
Вот это точно я проигрывал. Вот это, по-моему, надо еще. Вот так. Алексей, я много лет слежу за тобой. Алешенька, сынок. Мир считает тебя идиотом, а я вижу воина, сердцем поэта. Вот это я, по-моему, включал уже. Может, просто отсюда выйти достаточно? Нет, смотри, не выпускают. Значит, я что-то не посмотрел. О, Мартин, когда я впервые понял, что это ты нападал на Осборна, то был шокирован и опечален. Но когда ситуация стала развиваться... Да-да-да, надо. Хорошо. Чё ж надо-то еще тебе? Не знаю, давай еще раз карты. Последний этап. Прямое нападение на... Электро занимается электростанциями. Почему стервятник на Таймс-сквер? Носорогу поручены объекты на побережье. На Скорпиона травит воду в воду. Ли занимается средством от дыхания дьявола. С помощью какого-то икара. Все? Осмотреть логово Отто. Так а что тут еще-то надо сделать? Что? Я тебя включил. Карту посмотрел. Здесь про стервятника. Нет, это... Все, тут точно все. Потому что кнопка смотреть не загорается. Вот здесь, значит, я что-то пропустил. Похоже, док тайно работал над ядом Скорпиона. Он содержит мощный галлюциноген. Прям каждый предмет надо осматривать. Ну-ка. Тут тоже все. И здесь все. Какие-то еще есть предметы на осмотр? Аскорб проник во все. Не знаю, походу не засчитали. Энергетику, связь, безопасность. Норман сделал свою компанию жизненно важной, но при этом уязвимой. Если произойдет несчастье, которое ударит по уязвимым точкам, все рухнет. Люди увидят, что на самом деле Норман просто паразит. Да, всего несколько шагов, и он будет уничтожен. Так, ну давай попробуем еще вот этот Ика, последний. Вот оно. Человек-паук. Столько времени он бегал возле этого ящика. Им нельзя было воспользоваться. Никакого икара нет. Верно. Мартин и сам отлично справится с охраной вакцины. Икар просто уловка, чтобы заманить тебя на точку. Что за точка? А? Неплохо. Подкинуть? Какой приятный работодатель Октавиус! Планы Б для всех планов Б! МДЖ, привет! О! Пит, ты в порядке? Что происходит? Да так! Послушай, Ли охотится за вакциной! Мы должны найти лабораторию Аскорб раньше него! Уже ищу! Я поняла все разрешения на строительство в городе. Если запись есть, я ее найду. Прекрасно! Ладно, на связи, МДЖ! Мы сейчас, получается, походу будем драться со стервятником и Электро. Не вышло? Потрепало!
теперь план Б. Потрепал. Командная работа — волшебная штука. Позволяет достичь невозможных целей. Например, убить Человека-паука. Что мы делаем? Ты почти согрел мне душу, Электро. Тюрьма пошла тебе на пользу, правда? Момбах отдалось. Что надо делать с ним? Ему надо как-то приблизить, или что? Промах, промах, теперь тебе... А, неважно, забудь! Чтобы оглушить Электро. А где он? Вообще его не вижу. Так, инжекторы паутины, чтобы оглушить. Продолжить задание. Не попал, Макс! Как обычно! Не попал, естественно. Надо поточнее в него стрелять-то. Блять. Попробуй попади еще в него. Он оглушен. О. Это мой шанс. Иди-ка сюда. Когда он будет рядом, выстрелю паутиной в трансформатор. Эс, твой выход! Привет, Эдриан, это я, Человек-паук! Что за чушь ты несешь? Теперь с другим будем драться. Никто не понимает моих шуток. Наша долгая вражда закончится сегодня. Вражда? А я думал, тактика взаимных уступок. Да, я ошибся в оценке отношений. Так а чё, где все-то? Притомился, паук? Как его-то лупить теперь? О. Человек-паук! Я должен сломать тебя. Есть! Ты понял шутку? Я так рад, что почти готов сдаться. Почти. Если честно, поодиночке вы мне нравились больше. Удивительно, чего можно добиться командной работы. Так, надо бы повыше. Опыта. Идеальное сочетание. Как кошка. Так, а его? Ну, да. Угу, не надо. Пока рано. Ну, он меня вырубил. Двоих боссов одновременно убиваешь. Где кто вообще? А где? Я его не вижу вообще. Вы покидаете район задания. А, вот. Все. Ай-яй-яй. Надо ближе. Меня паутина не доставала. Да не то, что... Чё ты переключаешься? В следующий раз всё! Стервятник вовремя подлетел. Еще. Мы с помощью его подхилимся. Надо как-то к Электро подойти. Мне пока стервятник не дает.
Без проблем! Так, теперь поближе надо как-то к нему подобраться. Сейчас сделаем. И быстрей. Оп. У него нет шансов. Да, да. Почему постоянно переключается? Не хочу вас огорчать, но кажется, вы неправильно оценили ситуацию. Я вот не знаю, кого сейчас бить. Давай попробуем электро. Я даже не вижу его. Да ёпа мать. Где он? Наконец-то. А все, стрелять никак. Да и потому что у меня дрон-паук этот включен. Это мой шанс. Постоянно это переключение, это очень мешает. И... Задолбал. Попасть бы в него. Но, блядь, не хватает паутины. О. Как-то электро я случайно достал. Что происходит? Ну, стреляй. Теперь все отклонятся передо мной. Просто какая-то каша происходит. У него нет шансов. Да, да, мы молодцы. Не хочу вас огорчать, но кажется, вы неправильно оценили ситуацию. Черт, прости! Промах, промах, теперь тебе... А, неважно, забудь! Похоже, это больно! Похоже, это больно! Да надо оглушить его. Надо ослабить защиту. Ну да кого ты как? Не попал, Макс! Как обычно! Как мне его заставить защиту ослабить? Каково это, встретить того, кто сильнее тебя? Да ёб... Ну тут как-то на парировании, по-моему, только работает. Ну давай полетаем. Так он тебя бьет постоянно. Ломбах отдалось. Что делать-то? Притомился, паук? Блин, они тебя лупят с двух сторон просто. Ладно, мы не хоть как-то, быстро. Может быть, с помощью него похилимся. Слушай, ну там вроде стервятнику досталось. Да,
Так, минус стервятник, по идее. Все. Минус один точно. А что искать? Второго надо как-то замочить. Может, ты и одолел старика, но я тебя прикончу. Тоже. Уверенность это хорошо. Неразумный, несправедливый, но уверенный. Молодец. Да не то ты включаешь. Рановато. И вообще не туда. Как я уже сказал, да. Я бог, а ты человек, принеси. Серьезно, опять двоих? Так, ну ладно. Как отлупить стервятник, это не понятно. Кажется, вы неправильно оценили ситуацию. Я вот что-то немного не совсем с электро понимаю. Не попал, Макс. Как обычно. Похоже, это больно. Ты так нетерпелив, Электро! Не жалуюсь, просто говорю! Ну и чего? В следующий раз все! Не так быстро! Каково это? Встретить того, кто сильнее тебя! Так, у нас еще... У нас еще стервятник живой. Все, добил. Со стервятником можно чуть попроще, надо теперь как-то с электро определяться. А что искорка делает? Может, ты и одолел старика, но я тебя прикончу! Уверенность — это хорошо. Неразумный, несправедливый, но уверенный. Молодец! Ну, вот так вот его и бить. Добивание, ну, было же. Вообще не знаю, где он. Как-то он быстро сдался. Что происходит? Электро заземлили. Человек-паук, полагаю. Если бы ты и правда любил этот город, ты бы помогал мне разоблачить Осборна. Убивая невинных людей? Я восстановил бы достаточно стервятника замочить, Электро сам сдается. Мне не нужна помощь. И мы не остановимся, пока Норман не получит за все. Дальше. Следующий, по идее, носорог и скорпион, по-моему. Ненавижу, когда они заодно. Сейчас только отдышусь. Потом у нас идет негатив, и последний уже будет... Вот черт! Вот так, Октавиус. Сминог. Сминог. Надо связаться с Юрием. Ага. Ладно, навыки. Просто буду качать, что подходит. Юрий, стервятник и Электро все. Остались четверо. Я видела. А еще я видела взрыв на Таймс-сквер. Я предполагаю, тут имеется связь. Ты все понимаешь. Эта крыша была плацдармом. Октавиус использует злодеев против Оскорб. Стервятник и Электро атаковали электростанции. Цель Скорпиона — очистные сооружения. Насчет носорога пока не знаю. Что-то на побережье. Для начала этого хватит. Ты пойдешь за Скорпионом? Да.
Город и так еле держится. Если останемся без чистой воды, это конец. Я свяжусь с тобой. Хороший план. Ну, сейчас сначала со Скорпионом, он нам вколет какую-то там эту. Так, тут быстро не переместиться. Он вколет какой-то яд свой, и паука будет очень сильно глючить, это я помню. Потом как-то мы еще и носорога в эту драку приплетем. Как там Майлз? Привет, Пит, ты в итоге будем драться все равно с двумя. Тебя. Я да, а вы с моей в гуще событий. У нас много дел, но людям нужна помощь. Я лучше буду делать что-нибудь, чем ждать, пока кто-то все исправит. Понимаешь? Да, я слышал. Позаботьтесь о своей защите. Маска и перчатки. И время от времени отдыхайте, особенно Мэй. Никто не заставит эту женщину отдыхать, если она не хочет. Но я постараюсь. Спасибо, Майлз. Обними Мэй от меня. И береги себя. Вижу. Обнял, приподнял. А Скорпиона не вижу. Пожалуй, взгляну поближе. Будь я наемником в костюме Скорпиона, где бы я был? Позади тебя! Я бы сразу тебя прикончил, но мне платит Октавиус, и он хочет тебя помучить. И я не против. Черт! Что он мне вколол? Поплыл, товарищ. О, это... Это что? Море яда? Нет, которое это поднимается периодически. Это действие подняться яд. Повыше. Но рисковать нельзя. Надо забраться повыше. А да, и как? Разобраться, чем он меня отравил. Ну и все. Так. Яд — это плохо. Купаться запрещено. Кто в море утонет, тот завтра купаться не пойдет. Блин, ну не раскачаться даже. Ну ты будешь цепляться туда хоть куда-нибудь. Падла. О, это... Это что? Море яда? Нет, это не по-настоящему. Ну, зацепиться не за что, вот в этом и заключается весь геморрой. Надо забраться повыше и разобраться, чем он меня отравил. Я чё, не туда лечу. О, давай вот так вот, на раскачку и повыше. Ну, хоть куда-нибудь-то зацепись, вот. Ништяк. Тут вроде безопасно. Надо исследовать нейротоксин и создать противоядие. Скорпион расширил ассортимент. Это вроде так. Нет. Сколько у меня? 3, да, свободных? И это сюда. И это сюда. Все. Ну, как бы еще не все. Галлюциногенный нейротоксин. Мозг создает кошмары, а тело думает, что это взаправду. Ну, это пугало прям местно. Надо из быстро Бэтмена сделать противоядие. Начнем с натурального стероида. К примеру, подойдет экстракт белой эклипты. Тут рядом оранжерея университета. Там есть эклипта. Забраться надо за ограниченное время. Нет, это плохо. Это всем известно. Да, ё-моё. Это нехорошо. Вот он. На паутине особо не раскачивается эта проблема.
Ага, вот и оранжерея! В теплице должна быть эклипта белая. Вот она! Угу. Антидотика сейчас бахнет себе. Док? What's up, док? Ну, сейчас глюки по полной программе. Галлюцинации становятся сильнее, но ты справишься. Док, вы как-то... Как у меня было до подключения к нейроинтерфейсу. Я всегда был одержим. Интерфейс лишь позволил мне эту одержимость реализовать. У нас все меньше и меньше будет почвы, чтобы зацепиться. Помогу! Как-нибудь! Ой, Питер. Вечно ты берешь ответственность на себя, даже не сам. Какие щучьи руки, забавные. Вот и белая эклипта. Эклипту давай. Эклипта, эклипта. Она поможет мне на какое-то время. Но для антидота мне нужен антитоксин. На одной из станций Гарри делали синтетический атропин. Мне надо скорее туда. Не, ну пока вроде зацепляется, но потихонечку у нас уровень-то это... Короткие скорпионьи хвосты. Прекрасно. Спасибо, мозг. Как ты, паук? Потихоньку уровень яда-то растет. Дай-ка выше заберемся. Как ты узнал мой номер? Вечно ты задаешь не те вопросы. Никак я тебе звоню. А звоню ли я тебе? Возможно, я лишь бред твоего умирающего мозга. Когда выведу из себя этот яд, ты у меня получишь, маг. Букашка разошлась не на шутку. Удачи в погоне за розовыми слонами. Ага. Даже думать не хочу, чтобы на это сказал Фрейд. Так, мне бы повыше. Я? Мне нужен атропин. Атропин нашел. Ты все падаешь-то прям возле цели. Атропина нет. Дальше, да, летим. Опять. Ты опоздал, как и в случае со мной. Вы не такой, док! О нет, это и есть я. Тот я, которого общество сочло неудобным. Та часть меня, которую я подавлял. Но ты помог мне избавиться от оков. Простите. Я думаю, что это не на время все-таки. Хватит себя обманывать! О, цепляйся ты за что-нибудь. Падла. Не убегайте от меня! Почему он не цепляется ни за что? Не убегайте от меня! Да не, надо прочитать, что там пишут вообще. Не убегайте от меня! Дайте мне шанс! Мне от тебя ничего не нужно! Ты неудачник. В жизни, он, значит... в любви, в работе. Ты несешь только боль! А побыстрее нет! Можно стойте! Как-то? Я не отступлюсь! Поговорите со мной! Пойдет? Я могу помочь! Хочешь обойтись со мной, как с остальными? Запереть в клетке? Лишить меня воздуха? Нет. Мой гений будет сиять на свободе. Ну, так ты куда-нибудь зацепись. Что-то он взял, вообще встал и начал прыгать. Что за мудак вообще? Особо сохраняет в определенных точках. Заметки. Воруешь идеи, крыса в моей собственной лаборатории. А я называл тебя другом. Я же ваш друг, Отто! Пожалуйста! Я всегда был за вас! И всегда буду! Вот он! Атропин! Естественно, мне сейчас его никто не даст.
снова по городу. У меня есть. Теперь надо изготовить антидот. Нужно вернуться в лабораторию. Ты все еще с нами? И почти исцелен. Простите, что сорвал вам план. Не волнуйся, паучья башка. Дальше множество сюрпризов. Мы очень скоро увидимся вновь. Обязательно. Короче, на эти нажалы скорпиона вообще нельзя попадать, походу. Они, скорее всего, ваншотят. Да, пока вроде нормально. Ну давай откуда-нибудь. Нет, это плохо. Это всем известно. Очень снизу тяжело выбраться. Поэтому надо максимально высоко держаться. Куда лететь-то? Блять, я перелетел. Даже думать не хочу, чтобы на это сказал Фрейд. Добрался. Чудом. Но время на исходе. Надо смешать. Ну и глюки. Че так медленно идем? Ну вот. Через пердеж все вышло, походу. Ты на моей территории. Ты такой же, как Осборн. Хочешь украсть мои труды? Все, что будет дальше, что делать? На моей совести. Вы все надо мной смеялись. У меня за спиной. Вы будете молить меня. Ты думал, я про тебя забыл? Скорпион? Ты хоть настоящий? Ну, сейчас узнаешь. Вот мой момент. Опять галлюцинация. Хорошо, хоть на сей раз довольно хилая. Куда он скакал-то? Ну, сейчас так и будем за скорпионом гоняться. Все не так просто. Да куда проще? Ты просто яд, который хочет меня отвлечь. Нет. Ну давай. Я не знаю, настоящий он или нет. Так кого-нибудь спеленаем. Готов. Он меня провоцирует. Блин, там один хорошо приземлился. Вот туда мне надо, да-да-да. Вот так. Еще немного. Из тебя всем вокруг жилось бы лучше. Еще один есть. Сколько их тут? Еще два. Ну, где-то остался должен один. Быть настоящий. Тоже мне, герой, ты несешь всем одни страдания. Это как с троллями. Одна... Надеюсь, еще? Это последний. Я еле стою на ногах. А вот и оборудование. Наконец-то. Время на исходе. Уверен, вроде сработало. А где мой костюм? Хорошо, хоть я слегка переборщил. Не с пальцем в жопе. А надо бы одеться. Другое дело. Сделаем вид, что ничего этого не было. Ага. Разве он не должен был скорпиона поймать? Что-нибудь делать с ним? Фух, в голове туман. Надо развеяться, чтобы остаток яда выветрился из организма перед следующим. Это бадун, малыш. Прошвырнусь по городу. Опять игра напоминает мне то, что я должен проходить побочные всякие нюансы. А есть задания какие-нибудь? Ага. Пока до задания никаких, значит ждем. Можно, конечно, попробовать летать вышку, разблокировать, но не обязательно. Я думаю, задание должно сейчас активироваться. Если кто-то из копов подойдет, мы все... Приятель, просто скажите, чего хотите. Мы хотим свалить. Пора. С острова. Как только они поймут... Ладно, я вытащу вас с острова. Обратно на остров Лайкера. Привет, МЖ.
Можно задать тебе один непростой этический вопрос? Имеем ли мы право отказываться от друзей? О, Пит, ты про Отто? Бра. Что, так очевидно? Да, я тебя понимаю. Знаешь... Ни один мешает подкинуть второго в воздух. Нет, настоящий друг всегда должен быть рядом, даже когда люди заблуждаются. Но то, что сделал Отто... Даже не знаю, Пит. Подброс. Думаю, тебе нужно решить, есть ли еще тот Отто Октавиус, которого ты знал. Да и был ли когда-нибудь вообще? Да, наверное. Спасибо, МЖ. Все, всех перевел. Думаю, мне надо все обдумать. Звони в любое время, Пит. Поговорим. Он всегда таким спокойным голосом разговаривает, как будто вообще не запыхался. Вот вообще ни разу. Из-за дыхания дьявола люди готовы на все, чтобы уехать. Активные задания-то будут какие-нибудь? Жертвых нет. Дайте отчет о ситуации. БТР Ромео преследует группу беглецов. Тут можно эти побочки просто вечно выполнять. Сюжетно это будет что-нибудь? Агенты во Флэт-Айроне, доложите ситуацию. Мы задержали участников незаконного митинга. Приступаем к арестам и допросам. Тут весь город просто раздолбан, и можно тут постоянно этим заниматься, серьезно. Бронепатруль на связи. Цель не обнаружена. Причем ты реально полкарты зачищаешь, и тебе еще накидывают столько же примерно геморроя. Ну что, будут сюжетки-то? Демоны развернули в городе военные действия. Не в мою смену. Бля, кто же из комиксов говорил, типа, не в мою смену? Так. О, наконец. Нужно заняться Скорпионом, но я еще не видел тетю Мэй после пожара. Пожалуй, забегу в пир. Погнали в пир. Как долго она появлялась, это сюжетное задание. Хорошо, хоть недалеко бежать. Это Соболь Контроль. Доложите обстановку в Дачтауне. По нам стреляют демоны. Нужна подмога. Демоны. Вон как все туда не заходят. Ну или через вентиляцию. Обязательно нужно к сумке подойти. А, ну да, он же должен переодеться в свою обычную одежду. И здесь, пока Майлз не вернется, лучшее, что мы можем сделать, это накормить всех. О, Питер, как я рада тебя видеть. Ты как? Здоров? У меня все хорошо, а как ты, Мэй? Очень занята. О, позволь мне... О, ничего себе. Да нормально, бабуля просто курнула лишнее. Я в норме. Все в порядке. Мэй, помнишь, ты сказала, нужно смириться, что я человек, такой же, как все? Ты, Бен... Вы мастера обращать мои слова против меня самой. Все хорошо, Питер. Я просто немного устала. А где Майлз? Не помогает? Он помогает. Он пошел забрать медикаменты из центра помощи. Удивительно, как быстро у нас заканчиваются антибиотики. Там бомж какой-то лежит, жопу чешет. Постарайся отдохнуть. Им бы еще что-нибудь от чесотки. Я организую разгрузку и встречу с Майлзом, хорошо? Хорошо. Придется смириться с тем, что и у меня есть слабости. Бабуля дунула, у нее аж кровь со рта пошла. Прикинь, какие у нее легкие. Майлз, ответь. Не заставляй волноваться о тебе и Мэй. Был один случай, она даже тазик согнула. Тише, бабкин тише. Вакуум. Вот тебе и легкое дело. И вот это все сделала кучка зэков. Больше похоже, что здесь прошел бульдозер со взрывчаткой. Назад нельзя. Это опять у нас получается этот... Стелс на морали же, да? Слышал звук. Я что-то слышал. Слышал Нужно звук? Нужно отвлечь его. Может, софт для взлома? Кого мне тут взламывать? Зэка? Наверное, ветер. Мне его очко надо сломать, что ли? Может, смогу взломать? Кого? Пять,
Там кто-то есть? Кого ломать-то? Ломай меня полностью. Хочу, чтобы ты ломал меня. Блядь. Кого ломать? А, вон эту хрень можно. Твою мать, тут с разбега так и не заметишь. Может, софт для взлома? Я слышал. Надо быстрей. Пойдет. Давно я слышал за этой штуки. Я мог бы перепрыгнуть через стену. Да ладно. Медицинский контейнер в палатке. Это будет легко. Я видел, как он прошел. Марля, йод. Но никаких антибиотиков. Ищу дальше. Сукин. Только не верите, что сам вот нет, нормально. Это будет легко. Видел, как он прошел. Марля, йод. Но никаких теперь он меня не видит. Ищу дальше. Замечательно. Вы двое, давайте сюда! Ну ладно, ладно, ладно. Куда идти надо? Это можно закончить. Просто найти антибиотики. И расписание ваших рейсов. Эй, у меня нет этой... Хер знает точно, куда идти, но... Лекарство есть там. Надо пройти там это где? Типов. Самый главный тип, это, по-моему, этот Моралес. Почему крысы? Не уничтожают эти центры помощи? Воруют антибиотики. Хотят показать, что он слаб. Такое сложное время для страны. Звучит очень. Еще одна палатка с припасами. Пара пакетов первой чик. Помощи. Но антибиотики. Ты задолбал. Он только где что же? Взял. Лучше мало. Лучше сбегать снайпера. Ну да. На черном рынке кто-то целое состояние. Давай копать дальше. Что там? Какой он все-таки глупый. Просто, я не знаю, стелс, ты пробегаешь мимо, мимо чувака, он плечом его не задел, уже все, он тебя не видит. Чудеса творятся. Давай, какие-то. Ящик, ну уже. А, амоксициллин. Конечно, прекрасно. Нужно посидеть прямо рядом с контейнером. Это полюбоваться. Очень большой человек. Ключи для стима разыгрывают. Разыгрывают через и надо писать. Нашел взрывающийся бульдозер. Маршруты и расписание. Живо! Я сказал! Джентльмены, простите. Надо было паука раньше вырубать. Мой напарник. Ой, паука. Скорпиона. Не учтив. Он не владеет тонким искусством убеждений. Стой! Зря я это увидел. По-моему, в доках мы сейчас будем пауком с ними биться. Двумя. Что это? Проверь. Живо. Он меня не видел. Надо выбираться отсюда. Прятаться от носорога и уйти. Давай где-нибудь заныкаемся. Кто здесь? Выходи! У меня нет времени на игры! Тоннель. Может, я по... Теперь мы какой играем тоннель? Со светом. Я поиграю с а, моей все розой. Вижу. Выходи, черт. Я обещаю, что не раздавлю. А где он еще? Не смотри на меня, не смотри на меня. Отклонить я что? Ну, забирайся. А все, отпалил. Надо было, наверное, подождать или послушать, что ли, хотя бы. Он меня не видел. Надо выбираться отсюда. Так, ну давай. Это точно мы взламываем. Он отвлекается, мы пробегаем. Больше тут взлом... Больше тут взламывать нечего. Я обещаю, что не раздавлю тебя. Не смотри на меня, не смотри на меня. Прежде чем влезать, нужно просто подождать, пусть он идет. Давай, вали уже отсюда. Где же ты? Знать бы, куда просто отсюда потом бежать. Подожди, я ж только что там залез. На контейнера надо, да? Да, на контейнер нужно забраться.
Все, вроде слинял. Давай дальше. Нужно как-то пройти мимо него. Обойдите носорога, укрываясь за подходящими предметами. Ты меня злишь. Знать бы, какие из них подходящие. Ты меня злишь. Еще немного. А так перебраться не получается, да? Ну и нормально вроде. Немедленно. Че, как спалит меня. Мне вроде проскочил. О, ужас. Повезло. Уж наверняка выход уже близко. Так вот он, выход. Хватит со мной играть. Где же ты? Аккуратно. Ой-ой-ой-ой. Ой, черт. Надо выбираться отсюда. Так а куда? Можно так-то и вот здесь подняться. Бежать-то в какую сторону? Не прячься! Может, там я буду в безопасности? Я найду и раздавлю вот, тебя! Вот, тот контейнер! Это выход! Спокойствие. Давай-ка сюда. Ты не спрячешься! Ты не пройдешь! Теперь эту ломаем. Бля, я не достаю. Все, пробегаем. Надо, чтобы он отошел оттуда. Откуда? Блять. Мне ж только что показывали, но... Че, ну, прощемись-то куда-нибудь. Падла, а. Ясно. Короче говоря, стоим тут, за контейнером. Ломаем патефон. Он ломает коробки. Потом через контейнер надо наверх. Все, пусть уходит. Вперед, вперед, вперед! Че орать-то? Не, ну носорога тут неплохо сделали. В фильме с этим... Как его? С Гарфилдом он был сделан похуже. Ветер в поле. Все, удрал. Сейчас до паука мы, получается, будем их мудохать двоих. Примерно в этой же локации. Надо сообщить Мэй, что может я нашел. Может быть, чуть-чуть попозже. Отстань от меня! Отдавай бумажник! Помогите! Кинь ему телефон в голову, да и все. Или таблетками. Это ты зря, паренек. Нельзя же вот так толкать людей! Что? Вот так? Ладно. Смелый малыш. Напрячь ноги. Каратэ пацан, бля. Что он несет? Через секунду он уже ничего не скажет. Сейчас смотри-ка, и паутина из жопы полезет. Не, я в порядке. Нет, это, видимо, только в дополнение. Хочешь попробовать? Надо поработать над фразами для драки. Фразы для драки. Майлз, эй, я пытался дозвониться. Живой? Слушай, только не злись, но мне нужно кое о чем тебе рассказать. Угу. Еще пятеро накинули. Ты молодчина, Майлз. Не, ну за сюжетные миссии так вообще, в принципе, наваливают хорошенько. Я и сам подумал. Давай качнем что-нибудь, пока есть возможность. Похер, в принципе, без разницы, что качать. Что еще произойдет, я дам тебе знать. Супер. Спасибо, Майлз. Давайте сюжетку мне еще. О. Юрий. Хоть ждать не надо. Носорог нападает на центры помощи Оскорб. Носорог, рох, рох, идет. Сообщают о каких-то масштабных разрушениях в Гарлемском центре. Похоже, там это кто-то ракету меня туда запустил. Ты в порядке?
Устал, но еще держусь. Мы совсем справимся. Верь в это. Так. Что-то далековато мне лететь, по-моему. Давай хоть ближайшее куда-нибудь место переместимся. Допустим, так. А то что-то через весь город вообще не вариант, по-моему. Да-да. Что там по сюжету вообще? Задание. Надо остановить носорога, пока он не оставил весь город без помощи. Да, вот сейчас как раз мы их в обоих будем удохать. Привет, Джей. У тебя все хорошо? Да, я просматриваю записи от Скорб. Слушай, это спокойно вообще тема, на паутине летать помнишь, не дает. Как мы ездили на Стейтен Айленд с Гарри? Приходится еще уклоняться периодически. В городе? Как такое забыть? Колесили 10 часов ради подгоревших тостов с холодным сыром. Что-то в этих старых папках от Скорб напомнило мне... Бля, хер на это успею сегодня пройти до конца игры? Нет, мне кажется, вряд ли. В те времена все было гораздо... Осталось-то, по идее, на пару часов, никакой может работы, быть. Никакой работы, никаких суперзлодеев. Мы могли потратить... Что там, разных катсцен там? Найди врага, по-любому они должны быть посложнее, чем электро с стервятником. А нельзя вспомнить бы, как их бить. Носорог, почему ты в команде? Я думал, ты одиночка. Цели и средства, паук. Вся жизнь — это цели и средства. Примерно так. Глушим, бьем. И какая цель у этих конкретных средств? Свобода. Настоящая. А так получится его оглушить? Конец. Вообще не вариант. Конец. Надо что-то побольше. Да, точно. Ну, надо куда-то удирать, вот, чтобы он прям бежал на меня. Вот, опа. А мне костюм нравится. Такой заметный. Потом же они вдвоем будут. Радуйся, паук. Без костюма я буду тебе не так опасен. Ну-ка давай вон туда. Прямо на него швырнем вот эту падлу. Блять, отхил нужен по-любому. Где? Я контейнер этот потерял. А как же наши увлекательные беседы? Блять, он только отбежал. Малыш, ты смешной. Мне почти жаль, что нужно разбить тебе башку. Почти. Надо вот четенько встать прям под контейнер. Как он меня задел? Блять. Ну-ка иди сюда. Берегись, носорог! Браконьеры! Чего, блять, какие браконьеры? Где он? Так, ну не так-то много способов его ударить. Тихо. Давай, беги. Эй, носорог! Успел. Я капитализм! Так, носорог, давай закончим. А вот у нас и скорпион пожаловал. Восьмитонный малыш. Сейчас добьем. А я справлюсь. Ты прелесть, Скорб, но лезть в чужую драку грубо. А что бы ты делал, если бы я не пришел? Подожди, а кого из них-то поудобнее будет сначала валить? О, вы прям как пожилые супруги. Ну, как пожилые скорпионы. Где он? А, слушай, так его так же надо убивать, как мы до этого били. Тихо. Где он? Где скорпион? Вы с Октавиусом как? Он там где-то вообще. Уже выбрали название? Жуткая шестерка? Грязная шестерка? Грязные шлюхи. Ай, падла. Где он? Я вот вижу то, что он где-то трещит. Блять, он там на контейнере.
Вот так. Вот так хотя бы, блядь. Только затормозишь одного отмудохать. Вот рышак какой-то начался. Да падла ты, да? Даже встать не дает. Помоги мне, дурак! Парни! Блять, ну не, то, не в того ты вообще лупишь. Ты прячешься, Скорб, но лезть в чужую драку грубо. А что бы ты делал, нет, если бы я не пришел? Умолял его сдаться? Да, Гарган, именно это я бы и сделал. О, вы прям как пожилые супруги. Куда он ускакал? Ну, он тут же бежит на другую сторону. На другую сторону. Тихо, тихо, тихо. Давай-ка этого товарища тут подождем. Как ты этого не догоняем. Вы с Октавиусом как? Уже выбрали название? Жуткая шестерка? Грязная шестерка? Шестерка, которая убила человека-паука. Бля, ну почему он цели меняет? Не позорься! Где это падла? Блять, тут второй тут же тебя выносит. Не успеваешь нихера нацелиться. Снова в ловушке. Не того. Берись, Гарган. Он цели меняет, когда хочет. Так помоги мне, дурак! Парни, не надо! Меня на всех хватит! Сука, хоть носорога вначале врубай, я хера знаю. Так он не дает тоже пострелять у него адекватно. Ладно, вроде чуть-чуть помудохал его. Ну такая же херня, как... Носорог избавится от костюма? А что Октавиус обещал тебе, Скорб? Блять, не туда вообще. Вообще не то. Он воюет за деньги. Неправда. Паука я порву бесплатно. Деньги просто бонус. Ну, в принципе. Насчет Скорпиона мы можем отхиливаться. Вот только знать бы, где он. Надо друг от друга подальше держать. Чтобы они особо не бесили. Попал? Попал. Попробуй! Большие! Все? Тяжело, Гарган! Я сам раздавлю букашку! Так, окей. Скорпион у нас вырубился. Носорог оглушил. И этот тоже. Теперь можно бить. Все? Нормуль вроде. Эти ребята вроде попроще дались. В Лектора приходилось в полете стрелять. Да, твоем, урод! Прямо обоих в контейнер. Все, хорош. Время, проведенное вместе, поможет вам поладить. Да, их попроще как-то было поймать. Так, Юрий, четверо готовы. Остались Октавиус и Ли. Кажется, с ними будет тяжело. Но они лишь половина проблемы. Дыхание дьявола распространяется, а про сыворотку Аскорб молчит. Да это похер. Боюсь, вообще, что они хотят на ней навариться. От любимого мэра другого и не ждешь. Дыханием дьявола займется самое лучшее. Эй, Пит, я проверила все базы данных. Если лаборатория... А давай-ка портанемся. Новый костюм какой-то дали. Что такое? А чем он отличается тогда вот от этого? Да. Они как-то их переместили, по-моему. Чего он дает? Генерирует энергетический щит, который временно поглощает любой урон. Прикольно. Но это надо, блин, куча побочек пройти. МДЖ знала о антисыворотке дыхания дьявола. Надеюсь, она сумеет его найти. Ладно, туда и пошли. Карта.
Блин, тут поблизости, да, даже никаких этих нету. Придется так пердолить. Ладно, полетели. Посмотреть в личных файлах Нормана. Его рабочий компьютер уже проверен. Может, нужно посмотреть в пентхаусе? В здании куча соболей. Если они заметят меня, в перестрелке могут пострадать жильцы. Знаю, но я могу проникнуть туда незаметно. Войти, узнать, где лаборатория, и выйти. Если что-то пойдет, еще один стелс тебя на помощь. За МД. Ладно. Риск большой, но эта информация нам нужна. Дождись меня, а потом начинай. Угу. Буду готова. Скорее всего. МД, это опять я. Кажется, ты говорила про ту поездку на Staten Island вместе с Гарри. С чего ты это вспомнила? Что-то в этих старых папках Оскорб напомнило мне о тех днях. Гарри был так доволен поездкой на Байкале. Ну, давай, давай, давай. В те времена все было гораздо проще. Блин, серьезно? Никакой работы, никаких суперзлодеев. Мы могли потратить целый день на поиски дрянной пиццы, если захотелось. А сейчас, кажется, если мы вздремнем, мир сразу развалится. Это точно. Но то, что мы делаем, пытаясь не дать миру развалиться, это ради того, чтобы другие ребята могли безмятежно исследовать бистро на Стейтон-Айленде. Круг жизни. Угу. Круг дрянной пиццы. Да, ты прав. Да. Отличное точка зрения. Спасибо, Пит. Так, МД, я в паре кварталов. Будет нужна помощь, зови. Да, то же самое, что и было с вокзалом. В общем, сейчас нужно сделать то же самое. Удачи. Так. Пентхаус Нормана на последнем этаже, но лифт заперт. Открыть его можно только из комнаты охраны. И мэр Осборн живет здесь. Вот комната охраны. Но охранник увидит меня, если я зайду. Жители mm-hmm. недовольны. Покажи пиратам сиськи, возможно, он пропустит. Возможно, я смогу завести их, чтобы отвлечь внимание. Чего завести? Чем я к ней подошел? Только держитесь подальше от администратора. Он ужасно кашляет. А что надо сделать-то? Со всеми поговорить, типа? Может, кому-то в ухо дать? Забыл свой чертов ингалятор. Я слышала, что по важной причине вас могут пропустить. А что важнее так. Здоровье? Правда? Надо поговорить с охраной. Мне тоже ингалятор нужен. Пропускайте. Эй, пустите нас наверх! У меня проблемы со здоровьем. У всех с ингалятором. Я а задыхаюсь. Вот это бабы проблемы пустите с глазами, я смотрю. Он ее как дергает вообще. Она под порохом, походу. Сюда нельзя, мэм. А так а что надо-то? Мне нужно всех собрать, типа, вокруг этого охранника, и пусть он отстреливается. А что ж Осборна здесь нет? Ну да, с ним такого не происходит. Это типа мусульманка Мэр такая. Его друзья являются исключением. Охрана пропустила наверх одного из его крупнейших инвесторов. Я так и знала. У него все куплено, как обычно. Вон, у чувака тоже с глазами проблемы. Джерри, сюда, у нас тут ситуация. Тут у обоих. Лицевая анимация уходи просто на уровне. Комната охраны открыта. Надо незаметно проскользнуть туда. На карты, естественно. Проверка. Нет, если ты не можешь куда-то проползти, тебя не пускают, ты просто садишься на карты первым делом. Привет. Я столетик знаю, уже надыбало. Соболей, мечтающих с тобой познакомиться. Ладно, ладно. Че, пойдет в комнате для девочек, себя ужалит, будет валяться там. Находясь позади врага, нажмите, чтобы бесшумно нокаутировать его. А, ну естественно, он жопой ко мне повернулся специально, чтобы я проверил, как шокер работает. Чик, надо было в жопу его тыкать. Классная штука. Собирай пуколку. Надо развернуть его. Есть тут у меня одни штучки. Молодец. Ну, после битвы с двумя боссами сильно сбивает геймплей, конечно. А рядом агент Соболя. Вот эти вот стелс полоумный. Ладно. Мэри Джейн Уотсон, супершпионка. Все, пора открыть лифт.
Вот это Осборн, я его по рыжей башке вижу. Сработало. Норман уходит, лифт открыт. Пора подниматься наверх. Да кого да, тут даже ни охранников, никого не будет сейчас. Охранников точно нет. Лифт в пентхаус. То есть вот мы, это уже дверь, можно заходить и кто хотите. Норман и Соболь, как вовремя. Найти бы этого инженера и... И об этом дядя говорит с большими ушами. Вот же дурацкая кнопка. Ну тут стелс-миссии, в принципе, все такие. Охранники Нормана нейтрализованы. Если он прячет здесь что-то, я это найду. Просканировать местность. Ну, блядь, сейчас тут вообще, да, стопудово опять все пылесосить надо. Каждому предмету заглянуть. Это что такое? Что очень похоже, такое? Кстати, на череп. Я голубей. В магазине так можно стеночку приподнять? Вот это маска. Она показывает, где находится дверь. Это типа задел на вторую часть, то, что у нас там будет гоблин. Ну, он же домовой. Чертежи прототипа боевой маски. И не только маски. На них отмечены уязвимые места. Он же у нас на глайдере еще летал. Норман прощ... Знаменитые Осборны. Угу. Ну вот здесь какой-то проход был. Ну и что, как его активировать? Он только зырить, по-моему, может. Нет, смотри-ка. За семейным портретом есть кодовый замок. Надо найти код от этого замка. А еще не надо маску надеть случайно. Волшебную. Прототип с того чертежа. Мне явно в эту дверь. Значит, код надо искать вообще не здесь. Там еще какие-то маски. Опа, Степа, это что за чертежи? План пентхауса. За стеной с семейным портретом целая куча пустого пространства. Для квартиры на Манхэттене крайне нетипично. Очень познавательно. Энджей, агентов Соболя стало еще больше. Кажется, Нормана увозят. Как бы меня не засекли. С этим надо что-то делать. Например, держать дистанцию. Пока этого хватит. Да тут целом NPC, пока ты тут по городу летаешь, NPC. Похоже, последний день Гарри — это код. Наверное, день его отъезда в Европу. Тут в целом, пока по городу летаешь, очень сильно тебя NPC-хами всякими душат, ракеты и так далее. Последний день Гарри. Я типа должен узнать, когда он уехал? Подожди. Когда он уехал куда? Проблемы не обнаружены. Пожарные двери. Что все подкрывалось? Норман может вернуться в любой момент. Надо найти код от замка. Ну, последний тогда. День Гарри. Он уехал прошлым летом. Вроде бы в июле или в августе. Гарри вел дневник. Может, там есть дата? Ищем комнату Гарри. Норман хотя он может быть где угодно. Гарри, чтобы к возвращению сына в ней ничего не изменилось. Но куда он дел ключ? Подожди, мне сначала нужно ключ найти от комнаты, чтобы потом в нее попасть. И потом прочитать дневник. Привет, пап. Я уже
приеду к доктору Майклсу делать последнюю прививку перед большим путешествием. Если ты тоже будешь там, может, захватишь дневник из моей комнаты? Я хочу записать туда кое-какие мысли о происходящем. Как бы то ни было, я знаю, что этого мало, но все равно... Спасибо, папа. Ой, все. Спасибо, что ты это сделал. Угу, не за что. Люблю тебя. Ух ты, я так давно не слышала голоса Гарри. Он кажется каким-то усталым. Надеюсь, дневник еще здесь. Надо поискать его в комнате. Она сама додумалась, где у нее комната находится. Так она закрыта. Комната Гарри. Но она заперта. Нужен ключ. Интересно, где Норман прячет ключ? Ну, не знаю, чтобы особо не париться, я бы просто... Когда-то я завидовала семье Гарри. Они были такими счастливыми. Ключ хранил где-нибудь рядом с комнатой. По сравнению со мной и папой. Но болезнь Эмили все изменила. Что еще тут можно осмотреть? Картина. Допустим, с ней как-то можно взаимодействовать, смотреть... Ну, как вариант, можно было бы, типа, подвинуть люстру вот эту вот и ключ, не знаю. Вырезая эту Гарри из жопы куда-нибудь. Ключ же не может быть у тебя просто в ванне. Что за бред? О, ну надо же. Какими мы были беззаботными. Я скучаю по тем временам. Так, а где вы... Беззаботно прячете ключ. Кстати, что-то еще показывается. Цель изменилась. Серьезно, мы сейчас все картинки будем смотреть? Эмили, мама Гарри. Он называл ее самой красивой мамой. По-моему, это актриса из такси, если я не ошибаюсь. Кажется, к раме с обратной стороны что-то прикрепили. Голову Гарри. Есть. Наверняка ключ от комнаты Гарри. Голова моего папы висит на чьем-то камине. Ну, ключик нашелся, слава богу. Сейчас нужно теперь еще. Так, последний день чего-то, отъезда его. Что? Это ведь не для Гарри? Или... Или для Гарри. Всякие уточки. Почему ты не сказал нам, что болеешь? Так это может папкина. Подожди, тут еще какой-то дневник. Дневник Гарри. Последняя запись датирована 18 июля. Должно быть, это код от той комнаты. 18.07. Или 17.07.18. Тут надо еще учитывать, как я у хочу нас сказать, что нам надо все продумать. Пишется. Ты потому остаешься что здесь. У нас, допустим, пишется сначала код. Вот фу ты, блядь, код. У нас сначала пишется число, потом месяц, а у них наоборот, у них пишется сначала месяц, потом число. Я буду контролировать ее производство. Но без меня вы будете беззащитны. Похоже, я и с тобой также беззащитен. Я иду один. Ну так картина разговаривает. Отряду 2 быть наготове. А я подышу немного. Чем клеем? Так, мне мы кажется, туда. Готово. Норман пошел за ним в лабораторию. Последишь за ним? Незаметно вряд ли. Соболь встала не с той ноги и устроила агентам учебную тревогу. Все на взводе. Тогда жди. Я уже почти знаю, где это. А зачем прицелиться? Давай так пощелкаем. Опс. Сорянчик. Ломанулся. Пит, лекарство готово. Норман пошел за ним в лабораторию. Последишь за ним? Незаметно вряд ли. Соболь встала не с той ноги и устроила агентам учебную тревогу. Все на взводе. Тогда жди. Я уже почти знаю, где это.
Да, не слышит он ни хрена. Надеюсь, у нее вообще остался хотя бы этот шокер. Или она его бездумно слила, куда-нибудь выкинула. Давай проверим, шокер есть или нет. Да, есть. Сейчас второго бахнем. Блять, серьезно? Аккуратненько себя ведем. Знать бы, сколько тут человек вообще. По идее, так-то не всех же обязательно, блядь, тут трое. Я попробую максимальное количество вырубить как можно быстрее. Тихо. Быстрее. Оп. А того мы вырубим где-нибудь вот тут, в этом районе. Я в наглую. Так, ну и все тогда, давай. 07-18. Либо 18-07, я не знаю. 18 июля. Она есть. Автоматически это сделала. Я тут парюсь что-то. Изучали пауков. Жутко. Надо найти лабораторию дыхания дьявола. Кое-что из этой комнаты может пригодиться. Ну тут опять надо каждый предмет желательно, да, походу осмотреть. Медкарты Гарри и Эмили. GR-27 разрабатывался, чтобы их вылечить. Угу. Дыхание дьявола — неудачная попытка создать лекарство для близких. Норман Осборн. Отчет по GR-27. Весь проект коту под хвост. GR-27 лекарство. Походу надо стол как-то включить. Серьезно, у него станок? Зачем? Как-то под антураж не особо комнатки подходит. Ух ты, Норман выиграл конкурс на самую странную карту. Похоже на верхний Уэстсайд. И что? Что это за штуки? Бля, думал, лук лежит какой-то. Прототип ручных гранат? Ну, это задел на то, что он станет типа гоблином этим домовым. Ну и вот сюда. Единственное, по-моему, где еще не заглядывал. Норман все больше напоминает мне безумного ученого. Пауков тоже смотреть надо. Подожди, давай посмотрим. Задание. Антисыворотку надо найти. Как-то поможет вот то, что мы сейчас... Читаем записки и так далее. Антисыворотка, это понятно, где она находится. Она как бы вот. Как бы тут, скорее всего. Ну слушай, эта штука больше не горит. Значит, на столах надо смотреть какой-то определенный предмет, который это дело запустит. Все. Хорошо, тут угол обзора вообще ни о чем. Ну и где тут антидот-то вообще искать? Похоже, карта верхнего Вестсайда. Ну и что? Расположение отрядов с... Похоже, Норман следит за перемещениями доктора Майклза. Жуть какая. Хотя можно понять. Майклз главный по дыханию дьявола. Готова спорить, я найду эту лабораторию. Она должна быть в здании Аскорб, возле которого много соболей, и который часто посещает Майклс.
Кажется, я выбрала неверные категории. В это здание Скорб заходил доктор Майклс, но оно не охраняется. Значит, не оно. Здание Скорб, но ни Майклза, ни Соболей. Точно не то. Ну тут что-то загорается такое. Мне нужно найти особо охраняемое здание Скорб, в котором бывает Майклс. Ни один маршрут не пересекается с Майклзом. Ну, значит, это... Не то. Кажется, я выбрала неверные категории. Здание Скорб, но не Майклс. Что надо-то, я не понимаю. Доктор Штром. Он ведь эксперт по робокоммерческой недвижимости. Вот... Браво, браво, браво. А это, похоже, группа Чарли. Старая добрая Альфа. Кажется, я выбрала неверные категории. Ух, тут ты, еще надо их... Сколько студий звукозаписи. А Скорб активно работает. Нет сигнала от доктора Ван Адера. Наверное, он не в городе. Сколько тут тогда переменных? Доктор Майклс возглавляет группу дыхания... Нет. Майкл Шторм. Ван Адер, это тупик. Ван Адер. Доктор Майклс возглавляет Майклс. Группу дыхания дьявола. Где бы ни находилось противоядие, он должен быть где-то рядом. Норман не настолько безумен, чтобы хранить противоядие в торговом центре. Ну да, это не коммерция. Может быть отличным прикрытием для лаборатории. Возможно. Вокруг лаборатории должно быть много соболей. Вот. GR-27. Это же кодовое название дыхания дьявола. Всё, нашлось. Нашла. 10-я и Кафедрал Стрит. Кафедрал. Же... Кафедрал. Кафедрал. Локализаторы сраные. Конечно. Угол 10-й и Кафедрал. Студия звукозаписи Аскорб. Идеальное место, чтобы спрятать секретную лабораторию. GR-27. Инцидент с Ли. Там еще 35 какой-то. Что это? Итак, запись уже пошла. Я буду совсем рядом. Просто расслабься и пусть действует лекарство. Как Мартину Ли вкололи что-то там? Да. Чипык просто. И все, и так вот он мутантом стал. Я пойду туда. Нет, нельзя. Слишком поздно. Ну, прототипы тут кололи, походу. Ну, такое легкое просвещение, как он, собственно, стал негативом. Норман и Отто. Это они все начали. Они создали Ли. Я должна все выяснить. Что? Первый раз пауков, что ли, видит? Кто там? О, нет. 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 Накосячил. Соболиха. Не, ну баба лютая. Пауку может нам напихать, нихер делать. Дьявол. Страшно. Там второй еще ползет. У нас прорыв. Тревога. Если паук ее укусит, она тоже будет только пауком. Рыжая женщина-паук. Пит, я узнала, где лаборатория. И еще много всякого. Ты далеко? В паре кварталов. Только скажи, и я приду. Отлично. Не глуши мотор. Просто так. А сейчас уже паук задыхается, да, пока разговаривает. То есть пока, не, пока он дерется, там еще что-то делает. Его дыхание вообще не беспокоит. Так, ну давай этих заодно всех пощелкаем тут. Просто потому, что могу. Все, она по прямой. Тихо, тихо, тихо. Стойте! Стоять!
Иногда они очень резко появляются. Что ты там по ступенькам идешь? Я так полагаю, у него угол обзора ровно по эти, как его, покуда у него луч светит. Надо зачистить балкон. Что значит зачистить балкон? Hey! Да, он уже нашумел. Босс, она у нас. Пит, ты здесь? Поворачиваю слегка. Ты в порядке? Еще пару секунд. Северо-западный угол. А эти не догадывались выстрелить просто. Балбес. Ты готов? Стой, стой, стой! Поздно. Да прыгай, черт. Прикинь, он адрес перепутал. Вот засада была бы. Ты чокнутая. От него можно было это ожидать. Супер. Потому что, ну, он забывал за квартиру-то заплатить. Бы мог адреса перепутать. Женщин, падающих с окон. Да. Это запросто. Все это слишком тяжело. Нормально. Болезнь Гарри, Норман, Эли, доктор Октавиус. Я знаю. Все из-за меня. Опять старая песня. Ты больше не одинок, Пит. Мы с Майлзом присмотрим за пир. А ты найди Нормана. Найди лекарство. Спасибо, партнер. Так а что, их Ли уже и Октавиус не беспокоит? О, кстати, еще одна вот эта вот, что паук по ней ползет. Еще одна заделка на продолжение сюжета. То, что она во второй части игры может вполне быть укушенной пауком. Должен быть какой-то способ связаться с Ли и Отто. Убедить их прекратить этот крестовый поход. Оба несли миру добро. Угу. Обязательно. Это такое у нас... Повышение мощности удара по земле при применении на достаточно большой высоте. Этот прием позволяет сбивать врагов с ног. Да давай. Что тут еще на единичку можно качнуть? Вот это. Получается сколько? 4 способности остается. Ну... Прям, наверное, одну не хватит будет закрыть. Я знаю, где находится лекарство. Увы, это знает и Мартин Ли. Оно не должно попасть к нему в руки. Но, значит, нам нужно сейчас будет все-таки добивать этого Мартина Ли. Но уже на следующем стриме. И потом уже биться с Отто. Плюс еще всякие там эти катсцены там туда-сюда. Пока это не сразу тоже. Я просто не успею за сегодня закончить. Прикольный костюмчик. Это отсылка у нас на этого. Как, на призрачного гонщика. Забавно. Но тут надо очень много всего забацать. Побочек поделать несколько часов. Тогда можно будет костюмчики другие примерить. Но на какие-то, по-моему, мне хватает прокачку, да. Ну, это вообще, конечно, трешак полнейший. Сразу вспоминается, был же, по-моему, в Японии или в Китае сериал в 70-х годах про Человека-паука, там просто жесть. А, ладно, завтра мы продолжим проходить этого паука. Они не могут отбросить. Осталось тут недолго. Буквально, я думаю, еще один стрим, и мы закончим.
Ну, побочки я уже делать не буду, потому что это вообще бред. Лишь бы занять хоть как-то контентом, наполнить игру, просто напихали тебе там 12 разновидностей побочных заданий, и каждой разновидности можно там штук по 50 выполнять. Такое себе времяпрепровождение, одинаково глупое. Ладно, на сегодня будем заканчивать. Всем спасибо за поддержку, за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все, всем удачи и пока.